Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и у меня сегодня просто прекрасное настроение, прекрасная погода, ребята. Я нахожусь в деревне жителя номер 13, и кое-что произошло, но я вам, скорее всего, расскажу об этом чуть позже, или же не расскажу вообще. Я, конечно же, ребята, с самого раннего утра отправляюсь на работу деревенским фермером. Погнали, просто сходу, ребята, как обычно, быстренько завершаем работку, после чего я отправлюсь, ребята, на другие абсолютно иные дела. Я еще Гоше хотел сегодня съездить, ребята, в деревню, потому что он просил о помощи. Подождите, табличка какая-то стоит. Я приехал, жду за домом мэра. Не знаю, ребята, кто приехал и кто меня ждет за домом мэра, но, видимо, ребята, судя по всему, нужно будет все-таки сходить посмотреть. Мне интересно, может быть, Андрей, кстати, приехал. Табличку отсюда убираем, но хотя Андрей обычно меня предупреждает звонком, а не вот такими вот какими-то странными маскировочными какими-то табличками, куда я приехал, жду за домом. Первый раз такое вижу, ребята. Вот сколько роликов я уже на свой канал снял. Их около 400, наверное. И вот такое вот, ребята, в принципе, первый раз со мной случается, чтобы кто-то мне на табличке писал и приглашал на какую-то встречу. Обычно мне либо звонят, либо книжки какие-то подбрасывают. Но таблички, ребят, правда, никогда не было. Ну окей, сходим, проверим, ребята, сходим, посмотрим, потому что я думаю, что, ну, как бы, интересности какие-то все-таки сегодня будут. Я сейчас быстренько, ребята, занесу это все дело на склад, конечно же, после окончания рабочего дня. Так, ё-моё, тупая баганая дверь, офигеть. Ё-моё, я это еще и занести не могу. И как мне быть, ребята? Ладно, я как бы не очень умный, ребята, поэтому мне придется ломать эту дверь, потому что на склад мне зайти в любом случае понадобится. Житель, подвинься, пожалуйста, спасибо тебе, дружочек. Так, перекладываем, ребята, табличку оставляем тоже тут, и дверь, ребята, устанавливаем. Дверь с петель я еще снял для того, чтобы закончить сегодняшний рабочий день. Ага, вот кто приехал, мой старый друг Пердук. Привет, привет, житель, а ты чё припёрся? Чё за у тебя за образы такие странные, привлекать к себе внимание табличками какими-то? Так и напугать можно. Ха, привет, Пиксель, просто решил как-то неожиданно появиться. В общем-то, давненько я к тебе не приезжал, я там на твой канал еще зашел. Вижу, ролики тебе нравятся, где ты что-то сравниваешь, и я слышал, тебе долг сегодня отдали. Да... Офигеть, откуда он это все знает, ребята? Помните, я говорил, что у меня настроение поднялось из-за одного очень важного события. Дело в том, что мне житель Андрей и Гоша в один момент, ребята, отдали долг, положили это все в один сундук. Я вам сейчас его покажу. Он замаскирован, ребята. Но для начала я хочу посмотреть прайс у этого самого жителя. И что у нас тут, ребята, сегодня? Бункер за 1 доллар и бункер за 10 тысяч долларов. Офигеть. Гейт. Ну, знаете, ребят, поскольку мне отдали долг, и это всегда прикольно, ребята, и всегда приятно, потому что, знаете, как-то неожиданно деньги возвращаются, и это круто. У меня появились лишние денежные средства, и вот он, ребята, сундучок, в который они это все положили. Выглядит, правда, прикольно, я тут еще с перепугу наклацал, выглядит, правда, прикольно, ребята, и необычно. И в силу этого, давайте я возьму отсюда стак изумрудов, ребята, там все за изумруды покупается, поэтому мне нужен стак изумрудов для того, чтобы совершить эти платежные операции, ребята, и все-таки сравнить сегодня вместе с вами. Какой же бункер окажется круче в этот раз у этого торговца? За 1 доллар или за 10 тысяч долларов? Поэтому, ребята, не будем медлить просто, не будем. Погнали сразу же к этому жителю. Немножко я по-странному оббегаю, но ничего страшного. Ладно, ребята, сразу же проводим обмен, размен. Покупаем бункер за 10 тысяч долларов и бункер за 1 доллар. У нас сейчас остается 49 долларов сдачи и 6 изумрудов. Пойдемте это все лучше в сундук закину, потому что, мало ли, ребята, эти бункеры какие-то будут странные. Я еще потеряю эти деньги. Книги потерять, ребята, еще ладно. Их можно у него купить по-новому или восстановить все-таки, чтобы было все честно. Но вот знаете, ребята, потерять деньги — это, конечно, страшнее. Итак, ребята, по старинке, конечно же, начну вместе с вами с дешевого бункера, то есть за 1 доллар. Открываю. Заброшенный дом, люк, бункер. Как-то очень странно в этот раз написано. Помните, ребята, если смотрели прошлые ролики, если нет, то в правом верхнем углу у вас есть подсказки. Можете потом посмотреть подобные ролики по сравнению. Раньше у этого торговца было все как-то прикольнее расписано. Здесь, ребята, как-то все очень минималистично. Заброшенный дом, люк, бункер. Окей. Заброшенный дом, ребята. Знаете, мне на самом деле очень нравится вот такие вот квесты, ребята, что в жизни, что в Майнкрафте. Вот он, заброшенный дом, и где-то здесь должен быть люк. Наверное, внутри, но нет, как-то все очень непонятно. А, вот какой-то люк, посмотрите. Проверяем. Заброшенный дом. Есть люк. Есть бункер, судя по всему. Да, ребята, посмотрите. Это действительно какой-то бункер. Он достаточно глубокий. Это меня радует. И что я сразу заметил, ребята, видите, бюджета настолько мало, что лестницы, ребята, посмотрите, как они здесь устроены. Они просто через одну стоят для того, чтобы по ним можно было спускаться. И все. Вот он, ребята, бункер. То есть, ну, единственное, что я могу сказать, его защита, он глубокий.
более-менее от чего-то сможет защитить, но чтобы здесь продержаться, ребята, это вряд ли. Конечно, все необходимое для жизни есть. Это кровать, ребята, это две печки, верстак, книжные полки, чтобы не сойти с ума, с книгами и, ребята, 7 жареных стейков. Ну, это такое себе. Тут, ребята, все настолько плохо и неустойчиво, что мне кажется, тут еще если бы вода капала, было бы очень, ребята, реалистично и, знаете, так аутентичненько. Даже руда здесь стоит. Никаких подпорок, ничего. Мне кажется, что, ребята, если какой-то взрыв произойдет, этот бункер просто осыпется. Лучше здесь не находиться, ребята, потому что это правда опасный. Ну, вот такой вот бункер за $1, ребята. Ну, что вы хотели? Он стоит просто копейки, ребята. Сущие копейки. Вылазим, ребята, закрываем. И уж теперь, ребята, мы с вами, так сказать, кайфанем. Я всегда люблю, ребята, ловить момент сравнения вот этого вот, такого контраста лютого. Дешевого и дорогое. Открываем, ребята, бункер за $10,000. Я очень люблю эти книги, потому что там всегда все так красочно, красиво написано. Давайте сейчас посмотрим и... Чего? Подождите, еще... Это разные книги. Дремучий лес за кузницей Люки. Подождите! Почему в прошлых так было красиво написано, а тут так по-уродски? Дремучий лес за кузницей Люки. Вообще никакого выделения красивого. Вообще ничего нет. Почему? Так, за кузницей. Окей, окей. Дремучий лес за кузницей Люки. Так, дремучий лес у нас вот там. За кузницей нужно найти Люки. Окей, окей, окей. Давайте ищем, 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 ищем. Ищем... А, вон, подождите, что-то железное не заметил сразу. И, ну, вроде как правильно. Еще раз, как обычно, ребята, сравниваем. Проверяем. Дремучий лес есть. За кузницей все правильно. Люки присутствуют. Открываем, ребята, и... Ну, вот это уже похоже на дорогой даже бункер. Так, мы, допустим, спускаемся, ребята, моделируем ситуацию какого-то... стихийного бедствия. Моделируем ситуацию, закрываем люки, спускаемся, и здесь нас приветствует сразу, ребята, сундук. В сундук, в котором куча всего валяется, куча оружия. Здесь у нас, ребята, куча всяких стрел и так далее. То есть, в случае чего, чтобы, знаете, если за вами в бункер кто-то залез, вы быстренько выхватываете там что-нибудь вот так, быстренько, ребята, экипировываетесь в алмазную броню и начинаете драться, и начинаете защищать свой бункер. Это, я так понимаю, ребята, буферная зона. То есть, знаете, такая, где можно так зайти, так герметизация пройдет и так далее, какие-то системы. Дальше у нас, ребята, вот такая вот шторка, и мы заходим в бункер далее. Я не выложил лук. Так, давайте я его выкладываю, и погнали. Заходим. Здесь у нас, ребята, вот такое количество ответвлений, и давайте пойдем по порядку. Сначала мы зайдем сюда. Здесь у нас почивальня. Ну, прикольно выглядит. Прикольно выглядит. Тумбочки всякие красивенькие. И здесь, ребята, посмотрите, куча еды. То есть, в случае чего, можно здесь закрыться за этими крепкими дверями. И видите, ребята, оцените, что видите, как бы все очень сильно разграничено. Здесь шторка, как бы, стоит для красоты, а вот здесь, чтобы безопасно спать, уже стоят огромные, ребята, тяжелые двери. Вот, отличненько. Закрываем их, проходим далее. Здесь, я думал, какая-то комнатка, но нет. Вот здесь у нас какая-то комнатка. Это у нас просто комната отдыха, где можно покушать, постучать по барабанам, ребята. Это просто, видимо, какой-то релакс-зона. Чил-зона, я бы даже так это назвал. Что у нас далее? Поворот налево, и здесь у нас еще какая-то комнатка. Тоже что-то похоже на игровое, ребята, или отдыхающее. Огромный диван, фортепиано и телевизор для того, чтобы, ну, естественно, следить. Я так понимаю, ребята, тут и связь где-то есть. Но, скорее всего, все вот эти вот, знаете, системы замаскированы. Потому что это было бы слишком странно, если бы мы их с вами видели. Здесь какая-то герметичная дверь раз, герметичная дверь два. И здесь у нас тоже, ребята, да, посмотрите, очень важный стратегический объект в любом бункере. Это, ребята, конечно же, кухня, где хранятся все продукты. Даже стиральная машина есть. То есть грязными, ребята, в этом бункере выходить точно не будете. Закрываем все за собой, ребята, потому что мы с вами чистоплотные люди. Закрываем здесь шторка и... Так, здесь у нас, видимо, ребята, видите, какие-то заметки, но они сейчас все пустые. То есть в случае чего можно будет как-то общаться с помощью этих заметок и что-то себе записывать, потому что в таком бункере, ребята, поместится как минимум, я думаю, человек 150. А вот здесь, ребята, знаете, на месте вот этого вот строителя этого бункера, кто у них там строит, какая-то, видимо, компания, я бы вот тут, ребята, разместил карту деревни жителей с разных сторон. Было бы реально круче. Или какие-то, знаете, камеры видеонаблюдения, которые расставлены на поверхности, ребята. Напишите, пожалуйста, в комментариях свою идею, чтобы вы на месте картостроителя, ну, точнее, не картостроителя, а вообще строителя этого бункера, разместили бы вот сюда. Мне вот кажется, что либо карта, либо мониторы видеонаблюдения. И последняя комнатка, и здесь у нас рабочая. Посмотрите, то есть, чтобы снимать ролики,
Офигеть, туда же это предусмотрено. Вот это я понимаю, ребята, сервис. Здесь у нас запасные компьютеры, ребята, запасные мониторы, рабочее место с тремя мониторами, видеокамера, компьютер, ребята, крутая лампа, компьютер с подсветочкой. Можно будет порисовать, то есть с ума, ребята, здесь точно, ну, как бы невозможно сойти. Куча всего для отдыха. Если в бункере за $1 была только маленькая, ребята, никому не нужная книжная полка, то здесь и книг дофига, ребята. Я уверен, что тут комиксы всякие есть, разукрашки, какашки. Здесь, ребята, рабочее место и ролики будут выходить, даже, ребята, если конец света случится. И это очень круто, ребята. Естественно, бункер за $10 000 круче. Вот он реально безопасен. Я думаю, это и так было, ребята, с самого начала ролика понятно всем, ребята. Потому что, как бы, ну, своих денег стоит, как вы понимаете. Только единственная проблема, что отсюда очень тяжело вылететь. Поэтому мне придется включить, ребята, гейммодик. И, в принципе, ребята, на этом ролике я буду заканчивать. Вот такое вот сравнение, ребята, сегодня получилось. Обязательно пишите в комментариях, какой бункер вам понравился больше и почему. И как бы вы, в случае чего, дополнили тот или иной бункер. Всем большое спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем еще раз большое спасибо и пока-пока. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель. И прямо сейчас нахожусь в деревне. И просто посмотрите, ребята, кто снова приехал в мою деревню жителей. Да-да-да, это тот самый торговец, который постоянно привозит ко мне что-нибудь интересненькое. В прошлый раз, ребята, если вы не смотрели, ролики в правом верхнем углу по подсказкам, он привозил ко мне разнообразное количество люков. Там был люк за $1, за $1000 и за $10 000. Что он привез сегодня, я еще честно не знаю, я его специально, ребята, оббежал. Он так, знаете, со мной издалека поздоровался, говорит, подходи скорее. Я говорю, подожди, дружочек, мне бы ролик хотя бы начать, и поэтому, ребята, прямо сейчас я быстренько доубираю грядки. Конечно же, в принципе, как же без этого, и после чего сразу же, ребята, просто метнусь к нему. Так, быстренько убираем второй огородик для того, чтобы побыстрее хочется посмотреть, что на этот раз он привез сегодня. Может быть, там вообще ничего, ребята, не будет, и я просто зря сейчас вам это все рассказываю. Может, он просто денег в долг у меня хочет попросить. Кто его, этого торговца, знает? Короче, так, быстренько засаживаем. Так, последние плоды, и побежали сразу вот тут вот срежем. Так, это выбросим. Побежали. Быстренько тут срезаем, закидываем это все дело на склад, ребята. Так, отличненько. Я уже подготовил деньги, да, ребята. Вы не, как бы, ну, вам не показалось. Я уже все подготовил для того, чтобы, ребята, сразу же не отвлекаться, не бегать, ребята, ничего лишнего не делать, никаких лишних телодвижений. Просто подойти, купить книжки и уйти. Ну или не книжки, либо просто денег ему дать. Я, ребята, все действительно правда уже, ну, вот все сделал. А вы, ребята, ну, как бы, я вижу, что многие не поставили лайк. Поэтому, ну, если вам не трудно, а мне, как бы, приятно, я рекомендую вам поставить прямо сейчас лайкосик, пока я буду закупаться у этого торговца. Здорово, дружочек! Так, что у нас тут сегодня? Дверь за $1, дверь за 10 тысяч и дверь за 1000. Понял. А, я понял, подождите. То есть в прошлый раз были люки, а в этот раз двери. Ну, в принципе, логично. Ладно, естественно, ребята, я это все покупаю, конечно же, само собой. Так, дверь за $10 000, у меня тут еще остатки осталось. Я просто выгреб, ребята, все свои сбережения для того, чтобы, не знаю, может, там что-то, правда, подороже было бы прикольно. Так, посмотрим. Дверь за $1, так, дверь за 1000, все правильно, проверяю. Просто на всякий случай, так, если что, быстренько вернем товар, ребята, 14 дней еще не прошло, поэтому могу себе позволить. И сейчас, ребята, осталось выбрать, с какой книжки я буду начинать. Конечно же, это будет, наверное, $1. И знаете, на самом деле, есть у меня, ребята, другая идея. Может быть, начнем с самой дорогой? Да, давайте сначала начнем с самой дорогой, как бы, ну, изменим немножко нашим традициям, потом возьмем книжечку за $1, а потом уже, ребята, за 1000. Давайте начнем действительно с дорогой. А, когда ты последний раз проверял лес около твоего дома? Давненько, на самом деле, я его проверял, дружочек. Я так понимаю, ребята, он тут вообще загадками начал со мной разговаривать. Ну ладно, ладно, человек-загадка, посмотрим. Лес около моего дома. А, вот, посмотрите, он еще даже тропическим вот каким-то деревом помечен. И вон, ребята, радужная дверь, я понял. Так, побежали. Как обычно, ребята, проверяем. Так, лес есть, около моего дома есть, дверь, в принципе, есть. Заходим, ребята, закрываем. И, ё-моё, как тут все радужно. Тут все, ребята, в радужном цвете. Вроде даже как по цветам радуги это все дело собрано. Во, офигенное рабочее место. Компьютер с подсветкой. Если вы не видите, ребята, тот цвет немножечко меняется. Оп. То есть, видите, подсветочка включается. Тут у нас вот такая вот оранжевая комната со спаленкой. Тумбочка, кстати, пустая. Очень жалко, можно было за такие деньги что-нибудь туда
предположить. Здесь какие-то непонятные подарки, здесь что-то бассейн какой-то. И в принципе, ребята, все. Бассейн, кстати, очень темный, меня это очень сильно расстраивает. Да и в принципе, как-то знаете, ребята, он за 10 тысяч долларов постоянно делает все какое-то не очень. Хотя, с другой стороны, мы еще не видели с вами и за 1000, и за 1 доллар в том числе. Но 1 доллар, ладно, на это как бы полагаться не стоит, ребята, потому что дешево все-таки. Ладно, выбрасываем книжку за 10 тысяч долларов сюда, потом я ее заберу и все это дело буду потихонечку застраивать. А теперь, ребята, сразу же, просто сходу перемещаемся к книжечке за 1 доллар. Дверь спрятана недалеко от темного леса. Ну, наверное, не возле этого темного леса, то есть, потому что мы там уже были. Наверное, ребята, где-нибудь вот тут, вот на входе, в этот самый темный лес, нам нужно найти эту самую дверь. Ну, знаете, еще учитывая, что двери должны быть как-то креативно спрятаны, ну, знаете, пока что за 1 доллар лидирует, потому что очень-очень большой темный лес, и где эта дверь может находиться, я пока что даже ума не приложу. Где-то вот тут, наверное, вот вход. А, вон дверь, господи. И вы, наверное, уже, ребята, наверняка заметили, но я что-то, не знаю, протупил. Так, окей, ну, тут, в принципе, понятно. Недалеко от темного леса, действительно, очень недалеко. И вот она, дверь за 1 доллар. Открываем и... Ну, конечно, ребята, такое себе. Три какие-то кровати, скинутые в одно место. Тут вообще что-то засыпало кого-то. Здесь вообще дырка. Ну, конечно. А, и все это, посмотрите, держится вообще на каком-то заборе непонятном. И есть огромный, ребята, шанс, что, знаете, вы просто будете спать за этой дверью. То есть, я не знаю, тут отдыхать, как бы варить что-то вот тут в этой печке или делать, крафтить. В сундуке, кстати, у нас мясо лежит. Знаете, на самом деле, учитывая, что за 10 тысяч долларов нам вообще ничего не положили, то 20 кусков стейков — это на самом деле приятный такой, знаете, бонус. Мне кажется, что 1 доллар только стейки тут стоят. То есть, учитывая все, ребята, вышесказанное, мы, можно сказать, окупились. Дырка, конечно, здесь какая-то непонятная. Что-то тут как-то все очень странно, но, конечно, уродство полное. Ну, что я хотел за 1 доллар, с другой стороны. Ладненько, выбегаем отсюда. Дверьку, конечно же, за собой закрываем. И теперь, ребята, остается самое, как мне кажется, интересное. Ну, потому что больше книжек у нас, в принципе, нет, и интересного больше точно не будет. Дверь за 1000 долларов. Эта дверь спрятана уже лучше. Тебе нужно идти к заброшенному дому. Заброшенный дом... А, это вон там, ребята. Это вот там находится. Побежали. Привет, дружочек. Бежим. Ну, посмотрим, как она спрятана. Но, знаете, я ее прям отсюда уже вижу. Она прям такая алмазненькая, красивенькая. Видно ее, конечно, хорошо, но спрятана она... Я бы не сказал, что лучше, чем дверь за 1 доллар. Потому что, во-первых, она буквально, ну, знаете, как будто бы подсвечивается. А во-вторых, ребята, как бы вот просто в центре так стоит. Вот прям под грибочком. Посмотрите, очень ровненько. Было бы круто, если, знаете, здесь бы какая-то была еще одна невидимая дверь, и еще одна дверь уже была более дорогая. Вот это, ребята, я понимаю. Вот это был бы подход, так сказать, к клиенту. Безопасность превыше всего. Сверяемся, ребята, в принципе, по нашей старой традиции. Зачем я это сделаю, не знаю. Книжку я выброшу куда-нибудь вот сюда. И погнали, ребята, заходим. Слушайте, ну вот это уже выглядит добротно. То есть здесь у нас уже какое-то продовольствие есть на входе. То есть здесь яблочки разного сорта, игрушечка собачки. Зачем она тут стоит, не знаю, но ладно. Так, спускаемся пониже и... Офигеть, тут очень много ответвлений. Тут фортепиано, колесо стоит, ребята. Здесь у нас получается картина какая-то. Тут у нас диванчики, на которых, в принципе, можно посидеть. Какой-то фонарь не работает, ребята. Видимо, перегорел, пока я сюда так долго спускался. Ладненько, здесь у нас что, ребята? Здесь у нас ванная комната, оформлена очень круто, но видите, халтура, здесь нет потолка. Прохалтурил чувак, хотя с другой стороны он реально кучу денег сюда вбухал, это не стоит 1000 долларов, вот серьезно. Пока, ребята, я все не обозревал, но мне уже этот, вот, ну, я не знаю, бункер или что это, то, что, короче, находится за дверью за 1000 долларов, мне гораздо больше нравится, чем то, что было за 10 тысяч. Я бы их просто местами поменял, и с люками, кстати, была абсолютно такая же фигня. Тут второй, ребята, туалет, зачем он нужен, я не знаю, но если у вас там год, как бы кто-то там занял ваш трон, ребята, есть запасной в случае чего. И здесь у нас офигенная кухня, посмотрите. Тут, конечно, крана нет, видимо, кто-то его стырил. Здесь у нас, ребята, варочная поверхность, куча яблоки золотые, посмотрите. Тут еда еще яблоки золотые, еще еда, здесь еще еда, да блин. Подождите, может быть, еще, да офигеть. Это реально гораздо круче, чем то, что было там. Еще еда, стулья такие массивные, стол круто выглядит.
Знаете, ребят, я серьезно вам говорю, мне это гораздо больше нравится, чем вот тот бред, который я видел за 10 тысяч. Ну, серьезно. Давайте, чтобы был, ребята, такой соблюдался контраст, я сейчас быстренько просто пробегу вот туда. Да, в принципе, давайте я креатив включу, просто пролечу туда и покажу вам, ребята. То есть вы вот сейчас запомнили за 1000 долларов, то есть только что было. Вот эта вот фигня стоит десятку. И... знаете, ну, не очень логично было делать такой адский прайс за вот это вот. Ну, реально, посмотрите, ну, что это за уродство? Оно, во-первых, в два блока, бьешься головой, выглядит, ну, объективно, не очень, какой-то, я не понимаю, психоделика какая-то, цвета что-то переливаются, ничего не понятно. Мне, ребята, не понравилось, вот не понравилось, вот вообще никак. Поэтому, знаете, топ моих, так сказать, вот этих вот дверей, это вот какой. За первое место я проголосую, вот, скорее всего, за 1000 долларов. Второе, ну, наверное, это будет 10 тысяч, потому что он выглядит посимпатичней. И третье место, ребята, это 1 доллар. Хотя, знаете, вот второе и третье можно смело менять местами, потому что уродство полное. Пишите в комментариях ваши места и какой вот это вот, какая дверь вам все-таки, какой бункер за этой дверью понравился вам, ребята, гораздо больше. Ну, я не знаю, потому что у каждого, ребята, свое мнение. Может быть, я чего-то не понимаю вот этой вот эстетики бункеров и дверей за 10 тысяч, и люков в том числе. Но мне, ребята, вообще абсолютно не понравилось. Но я надеюсь, что ролик вам там понравился. Если это так, ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И не забывайте нажимать на колокольчик, ребята, потому что в последнее время, повторюсь, говорю это теперь гораздо чаще, YouTube перестал присылать уведомления, за счет чего, ребята, вы пропускаете интересные ролики на канале. Поэтому, чтобы этого не делать, ребята, обязательно нажимайте на колокольчик и следите за новыми роликами на канале, которые здесь выходят каждый день в 17:00 по московскому времени. Всем большое спасибо за просмотр, ребята, всем удачи и пока-пока-пока. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель, и это Бэдварс. Снова, конечно, вы сейчас скажете, мол, Пиксель, вчера был Бэдварс, сегодня Бэдварс, да ты чё, обалдел? Но нет, ребята, я скажу вам, нет, я не обалдел, если у вас вдруг возник такой вопрос. Дело в том, что я сегодня хочу протестировать несколько не то чтобы тактик, а именно застроек кровати. Не то чтобы это прям тактика, так, ну... небольшая. В общем-то, сегодня мы с вами, знаете, протестируем, так сказать, защиту, самую плохую и самую хорошую, то есть самую дешевую, которую только можно, ребята, в принципе, придумать, то есть мы просто застроим нашу кровать в песчаник, а потом, ребята, во втором раунде мы просто отгрохаем себе, я не знаю, саркофаг какой-то самый настоящий вокруг нашей кровати. Для самого дешевого способа застройки, ребята, нам понадобится с вами... просто песчаник. Просто песчаник. Мы делаем это, ребята, вот таким вот образом. Даже не нужно делать какой-то второй слой защиты. Мы добавляем просто вот так вот. Легонечко, совсем банально, тупо и, ребята, совершенно непрактично и совершенно ненадежно. Но в этом и суть, ребята. А если я еще и выиграю, ну это вообще будет пушечно. Хотя моя задача, ребята, сегодня действительно забрать какое-то призовое место. И таким образом можно будет проверить, какая застройка кровати более-менее практична по удобству и ресурсу. То есть по соотношению, так сказать, цена-качество. Я все-таки почему-то, ребята, склоняюсь больше к первому варианту, потому что на это уходит минимальное количество времени, минимальное количество затрат, ребята. И опа, тихо-тихо, у меня тут, у меня здесь первый гость на моем сегодняшнем, так сказать, на моей сегодняшней, так сказать, арене. А куда ты побежал, дружочек? А у меня там застройка кровати за 1 доллар. Поэтому нет-нет-нет, тебе сегодня здесь пока что, во всяком случае, ничего не светит. Так, что я должен сделать еще? Конечно же, для того, чтобы всех выигрывать, ребята, мне нужно покупать снаряжение. И если, ребята, под этим роликом наберется огромное количество лайков, я сниму, ребята, ролик следующего характера. То есть, дешевое снаряжение в Бэдварс против дорогого. Потому что, знаете, на самом деле, застройка кровати, это, конечно, важно, но все должны понимать, ребята, что снаряжение здесь тоже очень сильно решает. Потому что у вас может быть, ребята, просто офигительно круто застроена кровать, но у вас может быть просто деревянный меч, и с помощью которого вы ничего, по факту, ребята, сделать серьезно не сможете. Кстати, у меня сейчас уже 8 золота, я даже не обратил на это внимания. Чего? Я думал, у меня всего 4 слитка, а там целых 8. А это значит, ребята, что я могу купить себе лук, могу купить себе одну стрелу и... Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Отлично, первый дамаг я ему нанес. Так-так-так, драка-драка-драка. Фух, отлично-отлично, я выдержал. Я выдержал этот натиск, и теперь я могу еще больше закупаться для того, чтобы, опять же, ребята, быть впереди всех. Так, нужно поменять себе меч. Мне кажется, ребята, что нужно поменять себе меч на более крутой, вот на такой вот. И сейчас я буду подстраиваться уже к своим противникам, своим оппонентам, можно даже так по-умному сказать. И мне бы еще на самом деле, ребята, купить крутой нагрудник. Вот за 7 железа крутой нагрудник был бы вообще просто, ребята, очень-очень-очень сильно кстати. Так, давайте покушаем немножечко хлебушка, и нужно кому-то уже бежать ломать кровать. Здесь у нас синий есть, и я бы на самом деле начал сначала подстраиваться к нему, потому что он ближе всех ко мне. И параллельно нужно же, конечно, посматривать на мою, ребята, базу, на мою
Прекрасно, ужасно застроенную кровать. Прекрасно, ужасно, да, так только могу я говорить. И, опа, тихо, у нас тут синяя девочка-припевочка. Надеюсь, что она не сильно обидится, что я сейчас сломаю ее кровать и, в принципе, закончу для нее игру. Так, тихо, не-не-не-не-не-не-не, нет, друг, нет, тихо, у меня сейчас сломает кровать, ребята, но ничего страшного. Все, нет смысла туда возвращаться, потому что моя цель сегодня как бы выиграть. Конечно, да, и, ну, это было, ребята, ожидаемо, что с такой кроватью я долго не проживу. И сейчас самое главное, нет! Фух, офигеть, я думал, она меня скинет, ребята. Я думал, что это уже финиш, но это только начало, это только старт, я бы даже сказал. Отлично, минус одна команда, ребята, уже, и мы, получается, без кровати. Что, в принципе, было ожидаемо, потому что, ребята, застройка кровати, самая дешевая, самая ужасная, которая здесь может быть, это было ожидаемо, что это быстро, ребята, закончится. Я бы сейчас, на самом деле, постарался забрать еще золото для того, чтобы купить себе топовое снаряжение. И, в принципе, у меня это получается замечательно. 8 слитков. Так, железа здесь нету. Блин, плохо, конечно, но ничего страшного. Расстраиваться я по этому поводу не буду, потому что я сейчас себе, ребята, куплю просто пушечный меч. Просто посмотрите на это. Забираем 5 железа. Ой, 5 золота. Железный меч. Не то сказал, перепутал уже совсем тут все. Но это просто замечательно. Этот меч нам не нужен. Давай, дружочек, спасибо, что служил мне верой и правдой. Всего тебе доброго. Нужно забирать также железные слитки, обязательно для того, чтобы я все-таки мог купить себе необходимый нагрудник. А у меня меч-то какой топовый, боже! Ребята, ну это пушка, просто с нескольких ударов убивают. Так, наносим, так, раз, два. И теперь, ребята, просто добиваем обычным нашим мечом. Вау, 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 вау. Полегче, дружочек, у меня очень мало здоровья, ребята. Это звоночек, пора отходить, хилиться и собирать еще один слиток железа для того, чтобы купить себе крутой, ребята, топовый, неповторимый. Повторимый нагрудник за 7 железа. Самый крутой, который, в принципе, здесь есть. Он там собирает, блин, золото. Мое золото! Нет, ребята, слушайте, если я его сейчас скину, это будет просто замечательно, но нет, я слишком кривой. 7 железных слитков у меня есть, это замечательно, что я сейчас, в принципе, и потрачу. Очень быстро это сделаю. Я бы на самом деле себе весь сет обновил для того, чтобы я уже, знаете, с чистого листа, потому что броня у меня очень сильно покоцалась. И не-не-не-не, дружочек, пирожочек, не-не-не-не, нет-не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 
думал, я уже все. Так, золотые яблоки, срочно кушаем, ребята, регенерируемся. Фух, офигеть, я думал, что все, ребята, и буквально в последние секунды я вел его в комбинации ударов и таким образом выжил. Все. Оставаться на базе, ребята, мне нельзя, мне нужно в драку, мне нужно в кипиш, мне нужно выигрывать эту игру, потому что это моя цель сегодня, занять хотя бы какое-то призовое место. Так, дружочек с луком, пирожочек, меня это очень, ребята, расстраивает, потому что мне это мешает. Ну, блин, ой, он упал, отлично. Побежали, ребята, кому-нибудь сейчас сломаем кровать. Я думаю, что, в принципе, зеленый отличный претендент на то, чтобы сломать ему кроватку. Поэтому аккуратненько пробегаем, чтобы никто меня отсюда не скинул. И так, посмотрим, как она у тебя застроена. Не очень-то и хорошо, дружочек, пирожочек. Так, сломал кровать, а он не понимает. А все, понял. Так, быстренько забиваем его, отлично, и бежим сразу же к следующей команде. Это команда желтых у нас сегодня. Сектор желтый на барабане. И, а у него есть лук или нет? Ага, у него есть, ребята, лук. У него есть лук, и это большая для меня проблема, потому что если он меня сейчас скинет, это будет для меня фаталити, ребята. Но, слава богу, он сейчас по мне промахнулся, и я остался в живых. Так, отличненько, забираем отсюда все золото, забираем все абсолютно. Отлично, и ага, вот оранжевый бежит. Так, подождите-ка, ну куда ты? Стой, попасть бы по нему, нет, не попал, к сожалению. Кому бы мне теперь пойти, ребята, Тут проход есть, конечно, вот с этой стороны. И, в принципе, да, почему бы и нет. Можно сейчас быстренько побежать и сломать кровать бирюзовому. Это будет просто, ребята, пушечно, если все-таки это получится. Какое дурацкое слово, но оно мне почему-то так нравится. Опа, тихо. Аккуратно просто пробегаем вместе с ней, пробегаем к ней на базу. Почему бы, в принципе, и нет. И легким, прекрасным, ребята, образом, с легкой руки, так сказать, ломаем. Так, тихо, с двух сторон на меня напали. Так, минус один на развороте. Сейчас нужно еще сделать минус два, ребята. Так, запрыгиваем сюда. И добиваем. Отлично, минус 2, ребята. Осталось всего 4 команды. Моя задача, ребята, забрать призовое место сегодня. Хотя бы, ребята, третье место я должен сегодня как минимум взять. Это такой мини-челлендж для меня, потому что это действительно важно. И мы таким образом сможем проверить, влияет ли как-то, ребята, кровать, точнее, ее застройка на ваше место. На самом деле, конечно, не очень объективно, потому что у меня крутейшее снаряжение. Ну, и играю я немножечко, ну, как бы выше среднего. Ну, наверное, я не знаю.
ну, просто, как мне говорили, играю я хорошо, поэтому, как бы, это не мои слова, я так не считаю, я не ЧСВшный мальчик, просто мне так говорили на стримах, и поэтому, да, я это повторил. Так, я так понимаю, сейчас ко мне будет бежать желтый. Нет, дружочек, не нужно по мне стрелять, я тоже умею. Так, подождите, так, отлично. Две стрелы попал, три стрелы попал, четыре стрелы попал. Давай еще, еще две стрелы, ребята, и это будет финиш для желтого. Он уже застраивается, потому что у него очень мало. Не-не-не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо. Фух, тихо, офигеть, офигеть, тихо-тихо, аккуратно, аккуратно. Нужно сейчас вылечиться, нужно вылечиться полностью и добить бы в идеале желтого сейчас. Было бы просто, ребята, замечательно. Да господи, что вы со всех сторон ко мне лезете? Так, ребята, бежим сразу на зеленого. Бежим сразу на зеленого, потому что это невозможно, ребята. Я так сейчас смогу проиграть. Мне нужно хотя бы одну команду сейчас вынести, и я точно займу призовое место. Так, ломаем кровать зеленому. Я так смотрю, он мне не сильно мешает, потому что он уже понимает, что все, ребята. Отлично. Призовое место я все-таки, ребята, занял. Третье пока что как минимум. Если я займу еще и второе, а если еще и первое, это просто пушечно, ребята. Просто замечательно, очень круто и классно. Так, подождите, аккуратно, аккуратно. Нужно надамажить оранжевого для того, чтобы я смог беспрепятственно практически к нему туда пробраться. Так, давайте... Да блин, как бы на самом деле это побезопаснее сделать, потому что у меня в спине где-то есть противник из желтой команды, и будет не очень круто, если он по мне начнет стрелять. Слушайте, а если на самом деле быстренько вот так вот пробежать, пробежать, пробежать? Отлично, 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 пробежали. Замечательно. И теперь быстренько, ребята, ломаем ему кроватку. Все, я застроился, и... Так, 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 отлично, стой, друг, подожди, дружочек, пирожочек, и я сейчас надеюсь, что я его скинул. Отлично, ребята, второе место у меня уже в кармане. Сейчас у нас просто бойня будет желтым, у него огромное преимущество, у него есть кровать, ребята, у него тоже хорошее снаряжение. Но я буду все-таки надеяться, что я сегодня выиграю. У меня 8 слитков золота. А это значит что? Правильно, ребята. Я смогу купить себе Ender Pearl, телепортироваться прямо к нему на базу и сделать решающие, решающие, ребята, взмахи киркой, взмахи мечом, выстрелы из лука и так далее и тому подобное. Я все-таки надеюсь, что это будут действительно решающие победные взмахи мечом. Боже, как я это, конечно, красиво завернул, ребята. Ну, я не знаю, за такое можно лайк поставить на это видео, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Так, пробегаем, все. Самое главное, я добрался до центре, ребята, теперь я съедаю как бы хлебушек, съедаю яблочко и делаю вид, ребята, что я вот такой тут стою. Сейчас я по нему попробую еще. Если я еще по нему попаду, ребята, хоть раз, это будет просто замечательно, у меня будет огромное преимущество. Но я полетел, 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 и так, отлично, 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 у нас начинается драка. У него тоже, ребята, крутой меч, тоже крутой меч. Не-не-не-не-не, пожалуйста, друг, нет, пожалуйста, есть, есть, господи, господи, пожалуйста, хоть бы я успел сломать кровать, я сломал кровать, ребята, и давайте, давай, 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 есть, есть, ребята, я победил, отлично. То есть, ребята, используя тактику застройки самой дешевой кровати, я занял первое место. Сразу же перемещаемся к дорогой застройке и ко второй игре. Итак, ребята, вторая игра. Здесь уже все по-взрослому, так сказать. И я буду застраивать свою кровать максимально топово, ребята. Как только у меня будет получаться, любые ресурсы я буду инвестировать в исключительно безопасность моей кровати. Здесь у нас, подождите, а, у нас тут всего 4 команды. Но ничего страшного, ребята. В любом случае мы сможем проверить, так сказать, проверка на прочность разных тактик застройки. И для начала что я сделаю? Конечно же, мне нужно купить, ребята, банальную броню для того, чтобы начинать строиться к центру. Потому что без золота, ребята, здесь никуда. Мне нужны самые топовые блоки, ребята. Мне нужны сундуки края. Мне нужны обычные сундуки для того, чтобы максимально круто защитить свою кровать. Все-таки постараться, ребята, выиграть. Я не буду покупать себе крутого снаряжения в данный момент. Я буду покупать просто то, что у меня есть возможность. Какой-нибудь простой меч, какой-нибудь простой нагрудник. Все я буду инвестировать только в кровать. Посмотрим, какое место я займу, ребята. Какое же у меня получится занять. Так. Быстренько покупаем кольчужный нагрудник. Также, конечно же, покупаем обычных блоков. Кирку покупаем. Так, хлебушка. И сразу же, ребята, что нужно сделать, конечно же. Из песчаника мы сейчас ничего делать не будем. Это было бы слишком просто. Нам нужно сразу, ребята, как минимум, в эндерняк. Давайте посмотрим, что у нас тут еще за блоки есть для нашего сегодняшнего, так сказать, эксперимента. Эндер-сундуки, сундуки, понятно, ребята. Паутину мы тоже обязательно, ребята, поставим. Но начнем мы, естественно, с эндерняка. Самый крепкий блок, который есть на данный момент. Ну, на самом деле, блок единственно самый крепкий, потому что сундук это уже скорее, ребята, предмет. Здесь добавляем вот такой вот предбанник.
Здесь я хочу потом поставить паутину, ребята. Мне кажется, она сюда просто идеально впишется. И погнали сразу же на центр, ребята. Сразу же. Моментально. Используя любую возможность, мы должны добираться к центру для того, чтобы нам купить сундуки Эндеркрая. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Дружочек, ты чего мне мешаешь? Ну зачем? О, он еще и упал. По мне уже кто-то стреляет из лука, ребята. И это на самом деле не очень-то хорошо. Не есть хорошо, я бы даже сказал. Я так понимаю, это синяя команда. Но я, ребята, не расстраиваюсь, потому что я забираю отсюда 4 слитка золота и просто валю на базу, ребята. Никакого лука, к сожалению, я сейчас купить себе не смогу. Не смогу себе этого позволить. Я буду покупать сейчас исключительно, ребята, сундуки Эндеркрая. Так, проверяем, никто не бежит, все в порядке. И что я делаю в данный момент? Покупаем сундуки Края, есть. Обычные сундуки есть. Отлично. И дальше нам нужно будет покупать паутину и так далее и тому подобное. Так, залазим, ребята, внутрь. Залазим внутрь. Застраиваемся. Это главное. И что мы делаем сейчас? По бокам, ребята. Я думаю, все видели эту тактику у меня на канале. Я не, ну, как бы, не только я ее, наверное, использую. Но, как бы, придумал я ее, повторюсь, ребята. Если вдруг кто не знает, интересный факт. Эту тактику придумал, ребята, в очень юном возрасте. Я уже даже честно и не скажу. Наверное, лет в 13, если я не ошибаюсь, я ее придумал. Так, сверху мы тоже, ребята, сейчас ставим сундучки. Вот, отлично. И по бокам, ребята, у нас тоже будут... А куда ты? Ты куда? Ты куда, друг? Ты чего делаешь такое? Ребята, это наглёшь. Это наглёшь, я считаю. Он обалдел, он обалдел. Так, так, так. Они тимятся! Они тимятся, ребята! Они тимятся! Против меня играет тима! А вы знаете, ребята, что это? А вы знаете, что это, ребята? А это бан на этом сервере. И мы, к сожалению, не сможем сейчас нормально проверить. Они... Вы видели, ребята, они тимились. Да вы чё? Обалдели, что ли? Так, ребята, нужно быстренько исправлять ситуацию. 30 минут тим, и он сломал мне кровать, ребята. Он сломал мне кровать, я не успел этого сделать. Я просто не успел этого сделать. И его оппоненты, ребята, тоже, к сожалению... Придется заблокировать. Я же все правильно понимаю? Это был желтый, ребята. На 30 минут они оба получают блокировку. И я остался без кровати, но... Ну, как бы я продолжаю играть, ребята. Боже, я... Вот это вот понимаете, что это? Вы все, ребята, видели. Они не дрались. Били исключительно меня вдвоем. Пришли вместе на мою базу. Ребята, если вы смотрите этот ролик, вы поступаете очень нечестно по отношению к другим игрокам. Потому что другие игроки не могут сразу же вас забанить. Конечно, ребята, на этом сервере банят всех читеров, людей, которые тимятся, но это делают спустя время. Такой моментальной реакции, конечно же, достичь очень тяжело. Здесь работают куча хелперов, ребята. За ними очень часто наблюдают, за этими игроками, за нарушителями. Но вы должны понимать, ребята, что вот такое просто недопустимо. И это нечестно. Сейчас меня еще скинут, ребята, судя по всему. Но я не сдаюсь. И да, ребята, к сожалению, меня... скидывают. Что я могу сказать, ребята, под конец? Во-первых, ребята, тимиться — это плохо. Нарушать правила сервера — это плохо. Это неправильно, ребята. Но от себя могу добавить, что застраивать кровать, как мне кажется, вот так вот очень круто, очень замечательно, это совсем не рентабельно. Это неудобно, это не нужно. Просто застраивайте кровать, ребята, просто супер тактика. Рассказываю один раз, ребята. Тактика на миллион. Слой эндерника, ребята, слой песчаника. Можете перекрыть проход просто двумя сундучками, и все. Я, Варис, ребята, уверяю, это просто лучшая тактика, которая только может быть. Дешево, сердито и практично. Если вам понравилось, ребята, это сравнение, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно нажимайте на колокольчик. Очень вас сильно об этом прошу, потому что сейчас на моем канале, ребята, на протяжении целой недели ролики выходят 3 раза в день. Это огромный труд, ребята, и я крайне надеюсь, что он будет оценен, так сказать, по достоинству. Большое спасибо всем, кто досмотрел до конца. Посмотрите похожие ролики на моем канале в подсказках. Большое всем спасибо еще раз. Просто не понимаю, почему сегодня меня поставили на эти огромные грядки. Всем привет, ребят, доброе утро. Я нахожусь в деревне жителя номер 13, и я понимаю, что у вас сейчас вопрос. Пиксель, а почему ты находишься не на своих привычных нам грядочках? А все потому, что, ребята, что сегодня мэр решил сделать какое-то, это не знаю, какое-то важное задание, важную миссию. Сегодня все грядки убираются по несколько раз, он их несколько раз засаживает, убирает, потом удобряет это все дело, ребята, удобрениями, да, удобряет удобрениями, улучшает костной мукой, и мы опять это собираем. В общем-то, те грядки за меня сегодня с утра уже убрали, а вот эти, ребята, только недавно полностью взошли. Мне сейчас их нужно быстро убрать, потом быстренько пойти домой, ребята. У меня буквально час будет перерыва. Отчитаться к мэру потом, ребята, нужно, потому что он собирается полностью решить проблему с загрязнением наших грядок. Да, ребята, в последнее время у нас действительно появилась большая проблема. Вот такие вот, ребята, ядовитые картофели стали появляться гораздо-гораздо чаще. Именно поэтому, ребята, он там заказал какую-то супер-пупер, короче, фирменную какую-то тактику.
тактику, купил ее в другой деревне, которую эту тактику разработали. В общем-то, ребята, здесь сегодня все, знаете, все очень-очень серьезно, и поэтому я очень не привык убирать картошку, потому что я обычно убираю только пшеничку и морковку. Вот поэтому с картошкой есть какие-то небольшие проблемы, ребята. И я все-таки надеюсь, что на меня не повесят штраф за ядовитый картофель, потому что те, кто не знают, ребята, если правильно его не собрать, ядовитых картошин, господи, боже, какой ужас, я даже не могу выговорить это, ребята, все потому, что я никогда не работал с картофелем, и из-за этого бывают вот эти вот проблемы. Ладненько, самое главное, что первую часть работы я сегодня выполнил, также я сегодня был уже у мэра, ребята, я думаю, вы это видите, он мне выплатил, ребята, ну, не то чтобы премию, это, так сказать, знаете, так, аванс того, что вот сегодня у нас сложные дни, впереди у нас сложные дни, начало сезона, я попросил ему выдать мне немножечко больше в этом месяце зарплаты, и он сказал, ладно, Пиксель, ты очень много делаешь для нашей деревни, поэтому, ну, получай. Поэтому, ребята, я, в принципе, и получил. Погнали сразу же домой, я сейчас вам расскажу, что я должен сегодня еще сделать. Подождите-ка, а что этот житель опять тут делает? Он, ребята, уже третий или четвертый, или второй раз приезжает. Я реально уже запутался. Он постоянно у меня делает. Ты что опять тут делаешь, дружок? Привет, Пиксель, я тебя здесь уже жду. Я слышал, ты сегодня у мэра надбавку к зарплате получил. Ну да, откуда он это все знает? Ну да, получилось, что дальше? Я к тебе с новым предложением, Пиксель. У меня тут появились новые объекты в вашей деревне. Не хочешь, так сказать, посмотреть, прикупить, ролик про это снять? Слушай, я даже реально не знаю, ребят, эта надбавка у меня должна была быть на всю, ребята, грядущую неделю, а то и на две, потому что, опять же, я скоро улетаю, те, кто не знают, нужно как-то копить, собираться, и, ё-моё, блин, жесть. Так, ну давай я посмотрю, что у тебя есть, ребята. Так, продавец сегодня у него дверь за 10 тысяч и дверь за 1 доллар. Знаете, ребят, я, конечно, снимал ролик про люки за 1 доллар и за 10 тысяч, те, кто не видели, обязательно посмотрите после окончания этого видео, ролик есть на канале, например, по подсказочке, ребята, можете посмотреть, и он вам очень сильно понравился, и, наверное, ребята, только из-за того, что вам очень понравился ролик, и вы просили найти этого жителя и купить у него что-нибудь еще, только поэтому, ребята, я потрачу свои сбережения. Ради вас, ребята, с вас, так сказать, лайкосик за это. Ой, ладно, ладно, житель, давай, купим у тебя все. Так, покупаем, ребята, блин, деньги уходят. Так, покупаем дверь за 10 тысяч, ребята, также покупаем сейчас дверь за 1 доллар. У меня тут еще какие-то отмычки, нам это не нужно, ребята, и как обычно, конечно же, я начну с двери за 1 доллар. Давайте откроем книжку, и написано: это мой самый обычный дом, но я потерял ключи от него, поэтому сам придумай, как его открыть. Чего это? Чё за квест, ребята? Во-первых, тут не написано, где этот дом находится, но я так понимаю, он находится где-то в деревне, потому что это мой самый обычный дом. Самые обычные дома у нас находятся здесь, ребята. Но он потерял от него ключи, и, видимо, я понял, почему, ребята, отмычки. Как все продумано, ах ты хитрый жук. Ладно, ребята, давайте купим побольше, 18 штук, потому что ручки-то у меня не из прямого места, ребята, растут. Так, посмотрим. Это дом компота, здесь все обычно, дверь открыто. Раз он потерял, ребята, ключи, нужно искать самые обычные домики. И мне кажется, что вот эти вот вполне подходят под это описание. Так, на складе я сегодня был, там все окей. Этот домик открывается, этот, в принципе, тоже. Может быть, слушайте, может быть... Нет, не этот. Блин, чё, серьезно? Вот те два дальних домика? Ну, это на самом деле логично, потому что эти домики, ребята, там никто не живет, и они используются в нашей деревне очень-очень редко. Так, вот этот домик тут с погребом, и... Блин, он работает. Ну, точнее, дверь-то его открывается, а... А вот он домик-то, ё-моё! Посмотрите, какие хитрые, ладно, ребята, отмычки у меня есть, давайте попробуем, если я открою с первого раза, ребята, с вас лайкос, а я открыл с первого раза, с вас лайк, и в принципе, вот это, ребята, дом за 1 доллар, и мы получаем здесь кровать, печку без ничего, и просто верстак, серьезно, даже никакого подвальчика, ничего интересного здесь не будет. То есть это самый, ребята, обычный дом. Да мне втюхали бред какой-то. Хотя на самом деле теперь по факту, ребята, этот дом принадлежит мне. И знаете ли, дом на самом деле стоил бы гораздо-гораздо дороже. Но меня интересует, ребята, сами понимаете, показывать что-то интересное в ролике. А здесь ничего не было. Вот, блин, ладно, выкидываю тогда эту вонючую книжку. Эти вонючие отмычки я тоже выброшу. Хотя вот их, наверное, можно оставить, мало ли. И теперь, ребята, переходим к самому вкусненькому и самому интересному. Конечно же, это дверь за 10 тысяч долларов. Так, давайте откроем книжку и прочитаем. Вот, да. Вот эта красивая оформленная книжка мне, конечно же, нравится гораздо больше. Радужная дверь. Большое спасибо за покупку. Дверь находится в лесу около большого озера. Тебя там ждет сюрприз. Еще раз спасибо за покупку. Тут написано. То есть, ребята, если она находится в лесу возле большого озера. Самое большое озеро у нас находится вот здесь вот. На болоте. То есть это как бы, ребята, не болотное озеро. Оно чистое, его очищали несколько раз. Но я думаю, вы понимаете, о чем я. Потому что
я понял. Ну, во всяком случае, надеюсь, что мы понимаем друг друга с полуслова. Да, ребята, это огромное озеро, вот там еще находится домик ведьмы, да-да-да-да-да. И где-то здесь в лесу должна находиться... Ё-моё, я ее чуть не пробежал, ребята. Можно было как-то хотя бы обозначить. И вот та самая радужная дверь. И я так понимаю, ее нужно просто открыть или так-так-так. Да, ребята, она... А, тут сундук еще. И серьезно? Портал, пушка, ребята, 2 стака изумрудов, и за это я отдал 10 тысяч долларов. Конечно, в любом случае, я слегка окупился, ребята, но я хотел что-то интересное вам показать. Чё это за бред? Подождите, какая-то вонючая портал пушка, какие-то 2 стака изумрудов. Да, опять же, я окупился, но это не интересно. Стоп, вот это уже интересно. Я не знаю, ребят, знаете ли вы, что такое портал пушка или нет. В общем, это то, где создаются 2 точки портала, и посмотрите, вот сюда сейчас внимательно. Видите, оранжевое закрашено, а это значит, ребята... что один портал уже где-то установлен. И, судя по всему, вот о каком сюрпризе шла речь. Так, ставим и... Опа-на! Вот это, ребята, уже интересно! Видите, вот о каком сюрпризе он и говорил. Вот, а я уж подумал, что меня обманули. Ё-моё, тут домик какой-то, посмотрите. Вот такой вот интересный, в деревенском стиле, но из более новых материалов. Тут грядочка у нас есть, ребятки. И, это дверь, посмотрите, как необычно сделано. Ладно, давайте зайдем и быстренько сделаем обзор на все, что здесь находится. Выглядит здесь, конечно, все супер классно. Ё-моё, посмотрите на это! То есть мы заходим, ребята, здесь нас встречает сразу вот такая вот современная... Современная кухня, красивый ковер, который устилает здесь полностью все. Офигенное, ребята, рабочее место с компьютером, сейфом, сейф, ребята, полностью деньгами забит, да. Вот это я... О, господи, ребята, как я люблю этого жителя, он постоянно что-нибудь прикольное ко мне приносит в деревню. Так, здесь у нас еще один стол, видите, можно, например, ты работаешь, там снимаешь ролики. Так, захотел водички попил, что-то записал на бумажечку. Сюда можно еще что-то, ребята, положить, например, так вот отмычки сюда можно закинуть. Так, что здесь еще, ребята, есть какая-то лестница? Или это не лестница, или вешалка какая-то своеобразная. Здесь еще одна, ребята, вешалка. Ё-моё, подождите, это люк! Это люк, ребята, посмотрите, здесь подъем на второй этаж. Воу! Офигеть, посмотрите, и здесь вот такая вот зона для сна. То есть просто стоят 2 кроватки, ребята. Вот такие вот светильнички, торшеры, которые можно выключить. Аквариум, ребята, с рыбками. Ё-моё, обалдеть! И получается, ребята, что именно вот за это я отдал 10 тысяч долларов. На самом деле дом, знаете, такой, ну, обычный. И его и построить как бы стоит, ну, гораздо дешевле, чем 10 тысяч долларов. Но, ребята, во-первых, я окупился. Я получил 2 стака изумрудов, а также полный сейф денег. Но этот дом, ребята, в принципе, также останется на карте, потому что я его законным образом купил. Также портал-пушка, знаете, ребята, стоит немалых денег. Тут еще и камеры. Видимо, какая-то система безопасности. Подождите, вообще, где этот дом находится? Вид здесь, на самом деле, очень прикольный. Дом на таком прикольном отшибе, ребята, на такой верхушке. И, он недалеко от деревни. Посмотрите-ка, ребята, посмотрите-ка. Вот еще и дождик пошел. Так, давайте вот это я могу выключить, ребята, чтобы нам ничего не помешало. И от деревни он находится вообще, ребята, в паре буквально минут ходьбы. Вот, опа, и вот здесь он находится на вершине. И знаете, ребят, что я хочу у вас спросить под конец ролика? Если бы у вас был выбор, где бы жить? В деревне жителей? Вот в такой, ребята, самой обычной вот такой вот деревне жителей. Вот какому-нибудь вот такому домике за 1 доллар. Либо же, ребята, на отшибе от деревни на каком-нибудь красивом холмике. Вот в таком вот прикольном домике, который я вам сейчас показал. Даже немножко ревнуется. Холмик, домик, это, ребята, очень миленько звучит. Но, блин, дом мне реально понравился. Есть рабочая зона, даже фермы, ребята, даже фермы, и то есть сразу разными культурами. То есть здесь есть морковь, ребята, пшеница и картофель. И, кстати, картофель, ребята, ни одной гнилой картошины. Значит, здесь, ребята, очень хорошо следят за плодотворностью, за, так сказать, поливами, за удобрениями и так далее. В общем-то, ребят, на этом я ролик буду заканчивать. Он получился очень интересным, во всяком случае, для меня. Если он вам тоже понравился, вы знаете, что делать. Нужно поставить лайк на это видео. Также подписаться на канал, если вы хотите смотреть больше таких роликов. А если вы не хотите, ребята, их пропускать и получать уведомления о их выходе, вам нужно нажать на колокольчик, тогда уведомления будут приходить прямо к вам, ребята, на ваше устройство. Телефон, планшет, компьютер, без разницы. На этом я, ребятки, все-таки прощаюсь. Обязательно пишите комментарии. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, ребят, и пока-пока. Всем привет, ребят, меня зовут Пиксель. И сегодня со мной мой друг Гоша, который сегодня будет участвовать в этом прекрасном, интересном и, я надеюсь, ребята, хотя я в этом уверен, длинном ролике. Привет, дружочек.
Всем здравствуйте, ребята. Сегодня, в общем-то, сегодня у нас очень важная для вас новость. Сегодня мы открываем клуб очумелых ручек в Майнкрафте. И чтобы в него попасть, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк и написать топовый комментарий под этим видеороликом. Если вы хотите в наш клуб, как бы вам нужно сделать. Да, да, а у нас клуб, ребята, знаете, не каждого туда возьмут, поэтому прямо сейчас. Да, мы там здороваемся и знакомимся. Да, 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 причем необычным образом. Поэтому опускайтесь в комментариях и пишите, ребята, хэштег «Хочу в клуб». Вот, и тогда вы как бы автоматически попадаете в клуб. О сегодняшнем ролике. Давай расскажу о сегодняшнем ролике. Сегодня, ребята, давай. Я вместе со своим другом Гошей буду сравнивать дешевую кирку, то есть за $1. Знаете, такую обычную хоботную кирку, которая, знаете, там у каждого есть. А потом, во второй части этого прекрасного ролика, мы будем сравнивать дорогую кирку. И в конце, ребята, мы же определим, какая кирка все-таки эффективней по соотношению цена-качество. Ты готов? Я готов, друг, смотри, значит, у меня одна песня в голове. Какая нужна? Я вижу изумруды, зеленый цвет. Мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Так, давай, юный тиктокер, бери кирку, давай, бери кирку, дружочек. Ой, подожди. Кстати, ты знал, друг, то, что там ввели новую верификацию в ТикТоке, и теперь нельзя сидеть просто с Инстаграма? В смысле? Какого Инстаграма? Ты о чем? А вот я раньше авторизировался с Инстаграма. А я через Apple авторизовался просто. А сейчас нужно авторизоваться через номер телефона и электронную почту. Ой, ну не знаю, у меня все работает. Ладно, гадости, ребят, мы не будем медлить, а вместе с Гошей на счет 3... Я уже начал. Начинаем. Хорошо. У нас как бы сейчас небольшое, ребята, все-таки состязание есть, но оно, знаете, такое как бы, ну, фиктивное, неважное. Дружеское. Как, знаете, как, ну, как экзамены в нашей стране, как бы никому они не нужны. Так, у нас также, ребята, есть улучшение кирок, только очень дешевых. Есть такая, знаете, средняя, но недорогая, ребята, недорогая. Самая обычная железная кирка, да. А я извиняюсь за то, что перебил, у меня вопрос другой. А тут как бы что, камень можно продавать или что в основном, изумруды добывать? Смотри, изумруды добывать, вот за 8 изумрудов можно купить себе такую же кирку, только на эффективность 1. И стак булыжника, если я не ошибаюсь, можно обменять на 1 изумрудик. То есть вот по такому принципу это работает, понимаешь, да? Слушай, ну я золотую жилу нашел в этих всех штуках, и знаешь ли, на самом деле мне комфорт. Сколько у тебя изумрудов? У меня сейчас 25 штук. Ну, еще у меня 39. Ну еще учитывая, что я купил себе кирку за 8. Ой, слушай, у меня тут, кстати, подряд прям изумрудики поперли. Слушай, да, замечательно, да, да. Замечательно. У тут нас отлично тобой... вообще изумрудов. Да, 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 отлично, да, отлично. Карта просто замечательная, просто пушка-взрыв. Я что могу тебе сказать, ребята, и вам тоже. Время у нас сегодня ограничено, то есть на каждую кирку у нас есть приблизительно 8-10 минут. После чего, ребята, мы приступаем к следующему этапу сегодняшнего ролика, то есть к дорогой кирке, и уже будем в конце все это дело сравнивать. Самое главное запомнить, сколько Гоша добыл дешевой киркой и сколько я добыл, да. Знаешь, что мы забыли? Что? Зелья ночного зрения. Слушай, да, это правда, поэтому давай сейчас... Давай выдадим себе. Да, давай я быстренько сейчас беру себе тоже зелье ночного зрения. Вот 5 пузырьков я себе взял, все, геймод 0, все, отлично. А, кстати, друг, я забыл сказать, у меня же аккаунт снова сперли. В смысле, какой? Это другой аккаунт уже. Ну, у меня аккаунт сперли, помнишь? Мне Блин, я не знаю, кстати, раз ты заговорила об аккаунтах, я тебе так скажу. Как бы транзакцию все еще не восстановили. А восстановили? Нет. А что они сказали? Ничего, просто как бы игнорят тех запрос в техподдержку и вообще ничего, ну как бы... Ну, твари. Денег твари. Нет. Ну, спасибо Максиму Топовскому за то, что он дал мне 3 да, рабочих аккаунта. Да, Максим Топовский крутой. В общем-то, ребята, если кто не понимает, расскажу сейчас интересную историю, пока я добываю изумрудики. Знаешь, такой ламповый ролик, мы тут что-то рассказываем. Короче, мы покупали Гоше лицензию официальную. То есть у него раньше, знаете, были там всякие лицензии с разнообразных сайтов, не будем говорить каких. А вот, как бы он покупал себе, все работало какое-то время. И мы решили уже, знаете, так нормально все-таки купить Гоше хорошую лицензию. Хорошую, именно официальную. Сколько она там? 24 евро стоит, да? Нет, она 23 евро стоит. 23,90, если быть точным. В общем-то, мы уже все зашли на сайт, начали проводить, ребята, и представляете, то есть деньги с карты списываются, но лицензия не выдается. Мы такие, так, подождите, а что это такое? Что это за проблемы? После чего мы такие, типа, так, окей. Зашли в техподдержку, и там написано, если оплата не прошла, купите лицензию еще раз, деньги мы списывать не будем. И что вы думаете? Покупаем мы еще раз, деньги списывают, а лицензию никто нам не выдает. Поэтому мы такие, типа, понятно, понятно. Потом мы вернули нам эти деньги, ребятки, вернули. Мы купили еще одну лицензию. По такому же принципу нам ничегошеньки не вернули уже сколько? Недели, наверное, 3 прошло, да?
Да почти месяц прошел. Короче говоря, меня обманул Маджан. Это новая рубрика на нашем канале. Короче говоря, блин, короче говоря, кстати, крутые были. Я вот не знаю, актуальны ли они сейчас. Раньше мы смотрели с тобой, я помню. Да, я даже виделся с ребятами из Rome Factory, когда ездил на видео People. Офигенно. Все спрашивали, что это за курица в комментариях. Да, там, блин, нашли мою старую фотографию, где я такой милун пузатенький. Стою, типа... Пузатенький. Это я пузач, я вешу 100 килограммов, я мужчина. Знаешь, что самое смешное? Что это не шутка. Ну да. Это не шутка, это знаешь, это не смешно, это... Весело и грустно, как я понимаю. Мне как бы грустно, да. Сколько у тебя изумрудов? Лучше это скажи, а дружище. У тебя сколько? Я тебе сейчас скажу, как только у меня сломается кирка. Я ее сейчас доломаю и пойду наверх за новой. Так. У меня 2 стака и 26. А у меня 2 стака и 38. 39. Твой! А еще у меня есть обычная железная кирка, и знаешь, что я думаю? Я не буду покупать себе кирку на эффективность. А я лучше... железный, я еще не покупал себе кирку. А, я покупал на эффективность. Хотя, знаешь, я так посчитал сейчас. Раз ты не покупал, и у тебя столько мало, я лучше пойду и куплю себе новую кирку на эффективность. Знаешь, как бы, мне кажется, что это хорошее вложение средств. Эффективность я один, погнали. Купил. Так можно еще купить. Можно купить, но мне лень вылазить. А, ну это... А сколько у нас времени осталось? У нас с тобой осталось приблизительно, ну, слушай, по 10 минут будем такое вот, да, как бы сравнение, да? Ну, почему нет? Я думаю, что у нас еще с тобой где-то минутки 3-4 есть, где-то в этом ой, диапазоне. Ой, не, ну мне придется вылазить за новой киркой по-любому. Ну вылазь, почему нет? Почему? Это я тебе серьезно говорю, очень помогает, очень помогает. Тут, ну, кстати, я верю, дружочек, тут, кстати, на поверхности очень много. 8 изумрудов это очень немного, потому что я тебе так скажу, рентабельность, как бы мы с тобой будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Я тебе купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Рентабельность высокая, процентов, я думаю, так, ну 40 окупаемости. Значит, вложение хорошо, курс без инфляции, как ты понимаешь, значит, да? Блин, значит, эффективные слова, я аж отупел. Я просто в 2006 купил биткоин, сейчас миллионер. Я купил биткоин. Блин, нас знаешь... Люди не поймут, подумают, что это правда. Нет, это не правда, я не купил биткоин, к сожалению. Я в 2006-м, это мне сколько было, 5 лет, я в 2006-м мало что мог покупать. Я уже биткоин фармил. Я, короче, максимум, что мог, это за листочки в песочнице игрушки покупать, это максимум был. Блин, я помню, мы играли в магазины всякие там. А я до сих пор играю в магазин, потому что я буду делать бизнес, я буду делать бабки. Ай, блин, чувак, мне надо как-то вылазить, это очень трудно, на самом деле, я тут такие траншеи раскопал. Ну, когда на дно опустился, да, конечно, подниматься наверх и карабкаться, ну, всегда, да, тяжело. Ну, да. Ну, ничего, зато я думаю, меня ждет успех. Конечно, ждет, потому что мы будем делать бизнес, мы будем делать бабки, мы купим себе шмотки, мы купим себе тапки. Так, хорошо, дружище, я в принципе уже наверху, я покупаю себе кирку на эффективность. И я погнал, наверное. Слушай, но у меня уже на самом деле очень много изумрудов, честно тебе скажу. 4 стака. Чего? Вот ровно 4 стака сейчас было, вот перевалило. А у тебя сколько? У меня 3,35. 3,35? Слушай, ну такое. А ты кирку на эффективность, да, 1 купил? Да, купил вот только что. На эффективность пришло. 1, не на эффективность, да, 2. На эффективность 1. Слушай, ну конечно, не повезло тебе, дружочек. А уровень у тебя какой? У меня 34. А у меня 37, вот так вот. Я просто раньше начал делать бизнес, раньше начал делать бабки, и раньше купил себе шмотки, и раньше купил тапки. А тапки? И тапки, конечно. У меня соломенные тапки, я не. На мне Гуччи сланцев, если ты понимаешь, о чем я. И Гуччи бандана. На мне Гуччи солнце, на мне Гуччи бандана. Ой, мы такие музыкальные сегодня. Да, сегодня у нас... Внимание, у нас сегодня шоу «Попой или умри». «Сдохни или умри», я бы даже сказал. Я какую-то фигню смолотил. Слушай, у меня практически 5 стаков уже. Как тебе такое? У меня прям практически 5 стаков? Практически 5 стака, вот уже как бы 4 стака и 49 сейчас вот перевалило. Поэтому как бы, ну, ты там поаккуратней. У меня 4 стака и 20 только. А время у нас потихонечку подходит к концу, но мне кажется, что в этом как бы дружеском соревновании, дружеской битве победил сегодня я, именно дешевая кирка. У нас осталось с тобой где-то минута 30, где-то вот так, что у меня с голосом. Робот, женщина-робот-говорилка. Ты просто бизнес переделал немного. А, ну просто слишком, просто, как это говорится, как говорил Егор Крид, у меня много денег, и я не про КС. Что? Ауф! Ауф! Ты что, не видел этот ТикТок, где сидит... Нет, не видел, а ты видел? Где сидит такой Егор Крид, говорит, у меня много денег, и я не про КС, а когда он в CSGO играл. Я не знаю. Ну, ой, ну я тебе покажу, ребята. Ставьте лайк, кто знает этот ТикТок. Боже, я такая тиктокерная сегодня. Мне кажется, если я ТикТок себе заведу, я просто взорву ТикТок. Если вы хотите, чтобы мы завели ТикТок, мы набираем под этим видеороликом 100 тысяч лайков. 100 тысяч лайков, и я регистрирую ТикТок. Слушай, знаешь, что я понял, что приятно будет? Вы знаете, там многие люди, которые там наши общие знакомые, именно знакомые, стараются в ТикТоке что-то снимаются. Я залетаю в ТикТок, и мне сразу дают галочку. Ты что, понимаешь? Нет, почему тебе? Да, потому что у меня на Ютубе много подписчиков.
А, то есть ты любишь делать деньги, ты любишь делать бабки? Я куплю себе шмотки, я куплю себе тапки. Ясно, ясно. Ну слушай, я буду вторым Данием Милохиным. У меня кирка сломалась, у меня сломалась кирка, я буду копать обычной. Хорош, я буду у меня есть обычной. Возможность немножечко победить. У тебя осталось, у нас осталось с тобой 50 секунд приблизительно, поэтому как бы ты там будь аккуратнее, сколько дружочек. Сколько у тебя этих? Я не буду отвлекаться, сейчас не буду отвлекаться, у меня больше 5 стаков, это 100%. Ого, ого. Ну, я думаю, что у меня будет... Да все, хватит, чувак, это уже слишком много, мне кажется, что... У меня просто что-то заело в голове. Да, у меня тоже, блин, это у меня тоже, это проблема, я понимаю. Короче, здесь очень много изумов. Тупая песня из ТикТока. Тупой ТикТок. Как говорится, говно тупого говна. Тупой исполнитель. Я, кстати, не знаю, это вообще исполнитель или это прикол какой-то? Нет, это исполнитель, прям трек я слышал, прям, но он говёный такой, прям. Также, ой, знаешь, я уже вижу мемы в Инстаграме, трек говёный какой-то, в этот же момент Гоша, мы будем делать бизнес, напевает его все 11 минут ролика. Короче, у нас остается с тобой где-то 10 секунд, а я буду проводить обратный отсчет. Ты готов? Да, я готов, друг, давай, проводи. Давай, в общем-то, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, и стоп, 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 стоп. Всё, я не успел, я не успел даже докопать последний, все, стоп, вылазь на поверхность, я сейчас продам как себе вылезти? Еще. А как тут вылезти? Ну просто булыжник под себя ставь, и все. Ну, да, блин, тут еще изумруды валяются, которые я раньше добывал. Слушай, я тебе так скажу, давай ты первый скажешь, а я потом скажу, давай, я первый. Так, сколько давай. У тебя? Хорошо, сколько слушай, тебе? Булыжник. Продай булыжник, продай булыжник. А у меня 238, смотри. Я так, копался, потому что по изумрудам. Так. Ну, смотри, я все выложил. Так, а я тоже сейчас выкладываю. Так. Раз, два, и... три, четыре, чувак, пять, у меня прям чуть-чуть больше. У меня, посмотри, у тебя 27 в конце. Блин, раз, два, получается, три, 6 стаков и 49, а у тебя 6 стаков и 27. Ну, чувак, смотри, получается как? Я потратил меньше изумрудов на кирки. Я копал одну обычную испортил и почти испортил на одну на эффективность. А ты купил 2 себе на эффективность, да? Ну, вроде как, да, 2 на эффективность я себе купил, если не ошибаюсь. Я понял. Ну, то есть, ну, дружок, в принципе, нормально. Ну, да. Хорошо, в общем-то, ребята, это была дешевая кирка, так сказать, за $1 бомжатская. А мы прямо сейчас с Гошей перемещаемся на вторую карту и будем, ребята, добывать уже более дорогую. Итак, ребятки, мы переместились на вторую карту. Здесь у нас, ребята, алмазы, но, в принципе, это сделано для того, чтобы вам было немножечко по-необычнее это все смотреть, потому что изумруды — это одно и то же, как-то однообразно, ребята, поэтому мы подготовили для вас сегодня алмазы и, в принципе, кирки алмазные. Но, ребята, просто посмотрите, какие здесь дальше кирки, просто, ну, баснословные, конечно, деньги и баснословные улучшения. Посмотрим, что из этого получится. Я выпиваю зелье ночного зрения, советую тебе сделать то же самое. Я смотрю, ты как вообще... это сделал? Да ты офигел, что ли? Почему это? Фальстарт. Я такое не одобряю. Я такое не одобряю. Давай, в конце 3 изумруда, точнее, 3 алмаза вычтем из твоего общего счета. Да, это нечестно было с твоей стороны. Ты начал раньше, ничего мне вообще не сказал. Ты что, обалдел? Очень честно, все нормально. Вообще нечестно. Ребята, ставьте лайк этому видео, если это нечестно. Вот посмотри, сколько там лайков будет, чувак. Я тебе серьезно говорю. Может, тогда еще на меня подпишитесь, там до 100 тысяч чуть-чуть осталось. Да, ага, чтобы ты вот обманывал меня тут, понятно. Там-то 100 тысяч, пару тысяч осталось. Слушай, я, короче, бегу покупать дорогую кирку за 24, и, слушай, мне интересно, как она будет добывать. Офигеть! Чувак, очень быстро, очень хорошо, очень резво. Очень резво добывает. Сколько у тебя алмазов сейчас? 38. А у меня уже, чувак, 20, чтобы ты понимал. Это я только купил кирку. О, то есть... я тоже хочу такую кирку. Она 24. Такая, знаешь, ну, хорошая такая, ну, рабочего характера. О-о-о! Что такое? Чего? Чего? А что так быстро? Я тебе об этом же говорю, чувак, это пушка, я считаю. А что будет за 128? А я не знаю, я тоже хочу купить. Слушай, может быть, как бы... Хотя нет, все-таки конкурсный момент никто не отменял. Конкурсный момент никто не отменял сегодня. На кто? Ну именно конкурс, это вот состязание наше. То есть, как бы я хотел, знаешь, предложить тебе. Чувак, а давай не будем соревноваться. Но нет, будем. Чувачок, это просто пушка, это креатив, блин. Я тебе больше скажу, чувак, за 128 там еще и удача 3, прочность, там все. Там просто кирка бога. Ты представляешь, что будет? И там еще эффективность. То есть мы сейчас с тобой купили кирку на эффективность 3, а там эффективность 5. Офигенно просто. Я хотел бы такую себе кирку в выживании, блин, вообще. Ты представляешь, вообще можно одно месторождение алмазов найти и больше всю жизнь о чем не думать вообще. Да, вообще, просто. Ты можешь 4 алмаза найти, тупо все. И все, как бы можно уйти, там, жить на Канары, я не знаю, там, ну или в лес, как друг наш. Так, чувак, смотри, значит, у меня таким образом уже сейчас накопилось. Так. Я бегу за самой крутой киркой. Я бегу за самой... Да, я сделаю это первый.
пошел, пошел. Так, подожди, 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 хочу... Это сколько стаков? Понесло, понесло меня, чувак, она офигенная. Офигеть, блин, я У меня уже полстака, у меня уже полстака. Сколько? Полстака уже. Уже полстака, чувак. Уже полстака. Это сколько стаков? Быстрее. Это два стака. Уже стак изумрудов у меня, точнее алмазов. Это два стака? Два стака, да. Блин, я мог ее раньше тебя купить, вот я тупой. Надо было учить математику в школе, хотя кто бы говорил. Чувак, она отвал, просто отвал всего, чего только можно в этом мире. 128. Я купил ее! Протестируй, давай, я хочу видеть. Чувак, это пушка, это ракета, это просто пневмодвигатель. А почему, подожди, где мои изумруды, эти двойные? О, вот, понесло, все! Там у меня по 4 иногда выпадает, чтобы ты понимал. Офигеть, чувак, это просто турбо. Смотри, смотри, смотри. А, она камень, чувак, вообще просто, я не знаю. Это как Тесла после Жигуля, чувак. Она просто дробит вообще этот камень, она его не замечает вообще. Я да, просто... Камень, это просто креатив. Я иду, это лучше, чем креатив, чувак, это лучше, чем креатив. В креативе нужно клацать мышкой, тут просто зажал и все. Так в креативе тоже можно зажать. Ну, оно будет медленнее, чувак. Если хочешь, мы с тобой как-нибудь потом ролик снимем на мой второй канал, кстати, подписывайтесь. Кто лучше будет копать быстрее в креативе или с максимальной... На самом деле, это реально пушечный ролик. Кстати, ребята, как бы не забудьте подписаться на мой второй канал, там тоже ролики выходят, как бы, ну, и на Гошин канал можно подписаться, и ну, на да, мой основной канал можно подписаться. Можно написать в поисковике Гоша в Майнкрафт, и все, первый канал. А можно там еще по каналам перейти. Короче, там очень много способов по отмыву денег. Мы просто будем делать бизнес, мы будем делать бабки. Блин, мне кажется, мы задолбали уже всех этим треком. Так, честно, я пошел вглубь, чувак. Офигеть, как я много... пошел в развал! Вот. Мне кажется, знаешь, что у меня будет в конце просто целый инвентарь алмазов. Я хочу сохранить небольшую интригу, вообще инвентарь не открывать до конца этого ролика и просто, знаешь, потом посмотреть я в конце. Давай так вместе сделаем все. Давай. Это будет гораздо интереснее, мне кажется, знаешь, главное, мне случайно на тап не мискликнуть, и тогда все будет окей. А что такое на тап? Ну, у меня инвентарь на тап просто открывается, я растер. А, растер, ясно. И растер, растер. Ну, мне на Е как-то не очень удобно. Вот видишь, я вот сейчас нажал на Е, вот я как бы не знаю, как тебе доказать, но я реально. А я привык, чувак, я привык. Нет, мне очень удобно на тап, знаешь, как бы просто вот так вот мизинчиком клацнул или безымянным пальцем, вот, на котором у меня висит кольцо, я женат, у меня 6 детей. Блин. Слушай, кстати, я реально, я такой, у меня, я заметил за собой иногда такую штуку, что мне так хочется постримить другие игры, чувак. А, я думал, хочется пожениться. Да, пожениться. Тоже хочется, я был... Да, я бы тоже хотел себе жену. Давай поженимся. Нет. Почему? По объективным причинам. Вот моя девушка, да? Ой, ну, как тебе сказать? То есть раньше все было нормально, а сейчас все. Ну все, как бы, понимаешь, как бы все. Ну я понял. Алые паруса, если ты понимаешь, о чем. Да, алые паруса. Там голубая лагуна. Какая жесткая шутка, я в шоке. Так, я быстренько добываю дальше алмазики, и у нас с тобой еще чувак 5 минут. У меня ухо чешется, чувак, а! Почеши, почему нет? А блин, я просто очень мало, ну типа, времени немного занимает, но столько алмазов уходит, чувак. Слушай, это да, знаешь, как бы тут реально, как бы, время, деньги. И знаешь, что я тебе понял? Давай попробуем с тобой выкопать полностью. Я алмазы не подбираю. Давай попробуем с тобой выкопать. Блин, чувак, прости! Я случайно, я не посмотрел, я не запомнил сколько, я открыл инвентарь для того, чтобы посмотреть, типа, есть ли у меня место в инвентаре. Да, чувак, нормально, ладно, пофиг. Короче, я что хотел тебе предложить, давай попробуем с тобой выкопать полностью два блока под всем ярусом. Чего? То есть два блока полностью везде вот так вот внизу выкопать, чтобы у нас было два блока пустоты на всем ярусе. А зачем? Просто по приколу. Давай. То есть, ну мы все равно алмазы копаем, а будет прикольно, если мы с тобой вот этой крутой киркой бога за 10 тысяч долларов выкопаем просто полностью весь ярус. 10 тысяч баксов, правильно. Баксов, говорить. Как бы стек. Я не успокоюсь, пока не кину маме бэнкролл. Какой музыкальный сегодня ролик? Прямо на стол, прямо на стол. Хорошо, что ты пропустил то некоторое слово. Спасибо тебе, друг. А еще, короче, я так понимаю, у меня реально скоро... Какой у тебя уровень? Подожди, у меня место скоро закончится. Какой у тебя уровень? У меня 49-й. Блин, у тебя больше алмазов. У меня, скорее всего, больше алмазов. Ты, кстати, как-то тихо стал говорить. Я, чувак, не знаю. Это я просто, наверное, после музыкальных пауз я что-то там... Микрофон у меня офигел. Да-да-да, у него децибелы упали. Ой, подожди, тут алмазики валяются. Так, ты так хоботил. Это мои алмазики! Не только твои, я тут тоже хоботился. Мои алмазики. Я каменщик-столяр, работаю 3 дня. Блин, да отвали отсюда. Да я тебя вообще не трогаю, я добываю... Просто алмазы так быстро падают. Я думаю, что ты со мной копаешь. Додиксон, ну ё-моё, чувак, ну как так? Просто, чувак, это дождь из алмазов. Я просто в шоке, чувак, это очень много алмазов. Да-да-да, ой, подожди. Так, я выбрасываю булыжник, чувак, мне, к сожалению, приходится открыть инвентарь. Что здесь места нет у тебя? У меня два слота оставалось, Чувак, блин, да нет, чувак, да ну. Что? Да-да-да-да.
Я добываю дальше. Я выпиваю зелье для того, чтобы, во-первых, обновить его, во-вторых, для того, чтобы как бы... Надо будет добавлять в такие соревнования зелье скорости, мне кажется. Слушай, ну нет, это было бы слишком имбалансно, чувак. Ну ты представь, с какой скоростью мы бы это все дело копали. Почему? Каждый его может купить. А, ты имеешь в виду вот там, вот в торговце? Слушай, ну, да, в принципе, да, получается так, можно было бы. И добавить еще прыгучести там всякое такое. Ну, можно было. Вот это ты бедварсер, конечно, дружочек. А почему я бедварсер? А так в бедварсе обычно, знаешь, зелье скорости с прыгучестью очень хорошо сочетается. Блин, чувак, у меня инвиз это того, и не инвиз, а ночное зрение пропало. У меня 52 уровень, чувак. У меня 51. О, слушай, ты меня догоняешь потихоньку, значит, это плохо, наверное. Так, я вперед, слушай, ну, конечно, тут нет смысла вообще сравнивать, в данном моменте, типа, не имеет смысла, как бы, выбирать. Она вообще не ломается. Слушай, а если ее еще зачаровать на починку, ты представляешь, что это будет? А зачем на починку? Ты знаешь, что такое починка? То есть, короче, опыт, который ты добываешь, интегрируется лишний в починку твоей кирки, короче, она будет неломаемая, вообще никогда. Офигеть, так обычно, чувак. Понял, зачаровывают удочки на... у меня места нет, все, чувак. Выбрасывай булыжник, у нас с тобой осталась минута с тобой осталась, друг. Давай, ускоряйся, ты сможешь. У меня место закончилось, Блин, это очень жестко, Так, я сейчас, короче, знаешь, что делаю, все. А бутылки не могу выбросить, чувак! Давай, слушай, у меня полный инвентарь практически. Булыжник, какого в жопу булыжник? Так, я быстро ускоряюсь, пока ты там ссоришься с булыжником и алмазами, я быстренько ускоряюсь, так. Отлично, есть. Я булыжник выбираю вместо алмазов. Ну, знаешь, так себе, конечно, вложение средств, ну, бизнес не получится сделать на блоках, если ты понимаешь. Сколько у тебя уровней? 55. Блин, у меня 53. Я проиграл снова, походу. Ну, будет круто. Если ты проиграл, честно тебе скажу, хотелось бы победить. А почему-то круто! Почему? Ну, круто? Потому что я выиграю, это круто. Я же молодец, как бы. Я буду делать бизнес, я буду делать бабки, я куплю себе тряпки, шмотки, тапки и так далее. Тапки, и мы практически выкопали с тобой полностью нижний ярус, чувак. То есть наш небольшой ачивмент на этот ролик как бы практически выполнен. Так, я тут разгоняюсь, тут еще алмазы валяются, я все подбираю. Так, алмазы, блин, любовский. Какой? Кого? Что? У нас остается с тобой 10 секунд. Готов? Я начинаю счет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И стоп! Я подобрал еще алмазы. Подбирай алмазы, которые под тобой валяются. Подбирай. Подбираем, слушай, подбираем. И все, поднимаемся наверх. Давай наверх. Тут еще вот валяются. Слушай, чтобы все было честно, чтобы мы с тобой еще алмазов себе не добыли, я сейчас включу креатив, поднимусь таким образом наверх. Телепортируйся ко мне. Так, я выключаю геймод 0, чувак. Итого я считаю, сколько стаков у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Короче, я сбился со счета. У меня полный сундук и еще стак и 28. А еще нужно сейчас продать немножечко алмазов. У меня, извиняюсь, блин, стак и 32. Блин, у меня я проиграл. Чувак, у меня просто идеально красиво получилось. У меня полный сундук, еще стак и 32. Слушай, ну, это пушечно. То есть, ребята, ну, смотри, в сегодняшнем состязании победил... Ну, как бы, это не то, чтобы прям состязание. В нашей дружеской битве, я бы даже сказал, победил сегодня я. Вот, как бы, все данные у вас на экране. Кто сколько всего добыл в первом раунде. То сколько всего добыл во втором раунде, ребята, получилось максимально интересно. Сегодня победила кирка за 10 тысяч долларов. Если вам нравятся такие длинные, интересные ролики, обязательно ставьте лайк, ребятки, подписывайтесь на канал. А также, если вы досмотрели до этого момента, напишите, ребята, в комментариях «крутая кирка». И как бы это будет сигнал для меня и для Гоши, что вы досмотрели всем до самого привет, конца. Ребята, еще раз большое всем спасибо за просмотр. Всем удачи, ребята, я нахожусь пока, в деревне жителей номер 13. И, конечно же, я отправляюсь на свои деревенские, ребята, грядки. Как, в принципе, и каждое утро, как, в принципе, и каждый день. Отправляюсь на свою работу. А потом сразу же, ребята, сразу же буду заниматься своими обычными деревенскими делами. Там ролик буду для вас монтировать, что-нибудь такое, знаете, обычное и повседневное. Но, конечно же, по традиции я убираю грядки. Потому что, ребята, ну, если я не буду их убирать, я думаю, вы прекрасно понимаете, что некому пока что на этих грядках работать. Другие фермеры работают на других грядках, а эти закреплены за мной. Не знаю, зачем я вам рассказал эту просто, ну, очень такую, знаете, простую, как бы, логику. То есть, ну, я думаю, вы так это прекрасно понимаете, что это мои грядки, я на них работаю, все логично. Тем временем я уже практически закончил полностью свою работку. Так, давайте вот этот вот слот себе в инвентаре освободим, чтобы было немножечко посвободнее. Так, отличненько. Еще вот тут аккуратно. Раз, два, три.
3, 4 и 5, 6, 7. Все, отлично срубил. Быстренько таким же образом засаживаю все это дело. Вот, прекрасно. И сразу же иду на склад для того, чтобы относить все свои плоды, ребята. Все свои плоды. Быстренько сейчас выполнил свою работу. И, в принципе, все замечательно. О, Пиксель, привет, доброе утро. А я тебя здесь и жду. А, чего? Вот, блин, да я каждое утро пытаюсь просто закончить свою работу, и постоянно что-то происходит. Сейчас, постой тут секунду, постой. Ё-моё, ребят, короче, я на самом деле не понимаю, что он от меня хочет с этого раннего утра. Реально, я специально пораньше проснулся, чтобы никто меня не трогал, и он меня все равно поджидал. Ну, сейчас узнаем, зачем. Да, чё тебе помощь? Нужно, не знаю, грядки за тебя убрать? Что, я просто хотел сегодня отдохнуть. Чё ты хочешь-то? Да, в общем-то, я тут слышал, ты ролики снимаешь, я специально из другой деревни приехал, чтобы предложить тебе со мной поторговаться. Есть у меня кое-что интересненькое для тебя, но, конечно же, для этого нужны денежки, деньжата. Поэтому, если хочешь поторговаться, прямо сейчас бери свои изумрудики и беги ко мне, чтобы все это дело купить. Так, а давай вообще посмотрим, что у тебя здесь можно купить. Так, книжка, люк какой-то, и можно поменять у него доллары. Так, стой, ладно, постой тут, я сейчас вернусь, никуда не уходи, хотя вряд ли ты куда-то, конечно, уйдешь, раз уж ты приехал. В общем-то, ребят, я так понимаю, это какой-то торговец, который торгует какими-то люками или что-то подобное. Я видел такое подобное с сундуками, кто-то такое делал, но вот что это, ребята, я не понимаю. У меня тут зарплату недавно выплатили, ну как зарплату, это скорее даже какие-то премиальные, которые очень сильно у меня задерживали. Не знаю, мало ли я или много взял изумрудов, поэтому... Давайте на всякий случай еще возьмем. Так, вот три. Да давайте все возьмем. В принципе, ничего страшного. Думаю, ничего страшного не случится. И погнали сразу же туда. Погнали сразу же к этому торговцу. Посмотрим, что у него там есть. Что он может нам предложить. Так, посмотрим. Так, здорово. И давайте сразу поменяем все это дело. Вот так вот переконвертируем все подряд в доллары. В более такую современную валюту, которая пока что не используется, к сожалению, в моей деревне жителей. И посмотрите, у него здесь есть люк за 1 доллар и люк за 10 тысяч долларов. Ё-моё, а чё такие цены-то высокие? Ну вот ты купи и сам потом расскажешь, пожалел ты или нет. Но еще никто, кто покупал у меня, абсолютно никогда не возвращался и не просил вернуть ему деньги. Слушай, ну, ребят, поверим или нет? Я думаю, что стоит, потому что раз уж я уже начал, как-то прерывать на таком интересном месте не хочется. Покупаем люк за 1 доллар, покупаем люк за 10 тысяч долларов. И давайте сейчас быстренько отнесем остатки изумрудов в дом для того, чтобы с собой их не таскать. Но мало ли что. Давайте, наверное, начнем с такого менее интересного, как мне кажется, а самое интересное ставим на потом, ребята. Хотя я могу все путать. Так, давайте посмотрим. Люк за 1 доллар. Ага, вот тут информация, где он находится. Обычный люк находится около шахты. Приготовь лопату. Ё-моё, чё за квест какой-то? Лопата? Да у меня и лопаты как таковой нет. Поэтому, наверное, ребят, придется мне скрафтить ее из своего фундамента. Посмотрите, на какие жертвы я иду, ребят, для того, чтобы выкопать вот этот самый сундук или что там вообще может находиться. Я не знаю. Какой-то люк мне нужно еще открыть. Ладно. Лопата есть. Давайте на всякий случай тогда и топор возьмем. Благо, он у меня тоже здесь присутствует. Так, отлично. Люк за 1000 долларов пока что выложу. Координаты сюда. Не хочу ничего пока что смотреть. И идем, ребята, с вами искать люк за 1 доллар. Он сказал, что он находится возле шахты. Так, и давайте искать. Вот шахта, и возле нее где-то, по сути, должен находиться тот самый... А, ё-моё! Вот он, посмотрите! Он зарос тут! Сколько он тут уже стоит? Ё-моё! Так, давайте расчищаем местность, и, в принципе, вот этот люк. А куда он ведет, я только не особо понимаю, тут все засыпано. Видимо, поэтому он и просил взять лопату. Ну или не он, или что это вообще, я не знаю, может вообще развод какой-то. Но в любом случае, ребята, ничего страшного, люк-то всего 1 доллар стоит, я не обеднею. И давайте потихонечку спускаться. Самое главное правило майнкрафтеров, ребята, конечно же, вы его знаете, это не копать под себя. В принципе, я этим заниматься и не планирую, буду спускаться вот так вот ступенчато и аккуратно. И опа-на... Опа, ребята, а вот это уже интересно, посмотрите-ка. Значит, мы спустились через этот люк, раскопали здесь все и спустились вот в такую вот, знаете, маленькую комнатку какого-то шахтера или что-то подобное. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть в сундучках. И давайте, наверное, начнем с самого края, наверное, не сундучков, а с печки. Тут у нас лежит 7 угля, и мы, в принципе, можем даже, ну, как бы ради прикола переплавить булыжник в камень. А, пустой верстак, здесь какой-то непонятный путь, и в сундуке, ух ты!
посмотрите-ка, а в сундуке лежит, ребята, один изумрудик, и знаете, тогда смело можно сказать, что я окупился, потому что $1 это далеко не один изумруд, и один изумруд это гораздо-гораздо больше. И то есть получается, ребята, что я окупился и могу все эти вещи забрать себе, потому что по праву они принадлежат мне. Тут еще есть 5 факелов, 18 угля, 7 золотых слитков и 3 алмаза. Ну, знаете, такое себе. Самое прикольное здесь, конечно же, изумруд. Вагонетку я забирать не буду, она мне, в принципе, ребята, не нужна. И последний сундучок давайте тоже откроем. И, ну, знаете, на самом деле, для $1... А, тут еще и оружие! Ё-моё, так зелье ночного зрения, новая кирка, еще и алмазная, золотая лопата, железный топор, огниво, ребята, зелье ночного зрения и пистолет. Слушайте, если такие прикольные вещи здесь за $1, то что там я увижу за 10 тысяч? Давайте забираем камень, будем сейчас подниматься, конечно же, наверх. Так, выкапываемся потихонечку, все за собой нужно обязательно, ребята, застроить. И это камнем все сделаю для того, чтобы сюда никто не упал. Люк верну тоже, в принципе, на место. И знаете, на самом деле, вещи за $1 достаточно прикольные. Я думал, что там вообще какой-то хлам будет, сухих кустов мне куда-то напихают, и это мне продадут за $1. Но знаете, я реально окупился, я полностью даже сказал бы вам окупился. Выкладываем это все остальное, в принципе, оставим себе. Но, наверное, вместо каменной лопаты, на всякий случай, я возьму себе золотую. Вот это поменяю тоже, ребята. И сейчас возьму люк за $10 000. Точнее, книжку с координатами. Люк за $1, в принципе, можем сжечь. Нам это теперь не нужно, ребята. И давайте, так, фух, я уже думал, не ту книжку сжег. И давайте на счет 3 откроем, как бы, информацию о люке за $10 000. Раз, два, три. Так, ё-моё, посмотрите. Вот это я понимаю, ребята. Сразу видно, что вот эта вот книжка с координатами дорогого люка. Тут даже надписи красиво оформленный. Смотрите, написано «Люк за $10 000». Люк находится на лесной полянке около деревни номер 13. Ты сможешь обнаружить его под цветным деревьям. Спасибо за покупку. Ё-моё, как круто все сделано, ребят. Прям очень не терпится посмотреть, что там находится. Так, это мы все выкладываем, хотя на самом деле я бы с собой взял, мало ли, что-то перепутаю, потому что я уж на таких вот, ребята, знаете, каких-то веселых эмоциях, что могу как-то перепутать. Хотя вон эти цветные деревья, их даже с самого начала ролика, ребята, почему-то не заметил. Хотя, ну, как это можно было не заметить, я не знаю. Ну, ребята, опять же, туповат я в некоторых моментах. Так, бежим. Ага. Вот, посмотрите, и вот он, этот самый люк. Проверяем. Да, в принципе, что тут проверять, ребята? Тут и так все понятно. Крутые, вот такие вот веселые, я бы даже сказал, какие-то цветные деревья, ребята. Вау, ё-моё, их еще и подобывать можно. Это те самые богатые деревья. Но сразу, ребята, видно, что здесь я отвалил гораздо-гораздо больше денег. Давайте будем сюда спускаться, ребята, на счет 3. Да-то какой на счет 3? Просто открываем люк, и ё-моё, как это круто выглядит. Радужные камушки и вау. Слушайте, ну вот это я уже понимаю, ребята, вот это я понимаю, вот это стоит своих денег. Радужная кровать, я такого на самом деле реально в жизни не видел. Радужный алмаз здесь вот так вот прикольно сияет. И здесь, ребята, в этом же сундуке сразу есть вот такой вот радужный меч, радужная кирка и радужная мотыга. То есть такие, знаете, повседневные инструменты, которые всегда понадобятся. Но здесь, вот как для меня, ребята, самое крутое это радужная мотыга. Потом обязательно протестируем, как она работает. Здесь у нас тоже вот какой-то вот такой вот радужный листочек, не знаю, для чего он здесь нужен. Ё-моё, ребята, так, это лучше убрать, мало ли какие-нибудь там проблемы у кого-то начнутся со здоровьем. Так, здесь у нас, ребята, какой-то самолет, также какой-то танк, это мы все с вами тоже посмотрим. Есть еще вертолет, радужный топор и радужная лопата. Так, прикольно, и здесь, в принципе, ребята, ага. И здесь у нас есть радужная броня, какой-то радужный венок. А, я знаю этот венок, ребята. Те, кто помнит, обязательно напишите в комментариях, из какого это ролика и когда это вообще фигурировало на моем канале. Будет очень интересно почитать, есть ли здесь, так сказать, алды, ребята, моего канала. Так, броню, в принципе, можем на себя надеть. Она выглядит достаточно прикольно, но нет, венок я лучше себе оставлю. И здесь, ребята, вот эти вот дорогие саженцы, которые, в принципе, есть вокруг вокруг нашего вот этого люка. И, кстати, здесь 5 стаков изумрудов, ребята. То есть я теперь понимаю, когда житель говорил, что я уж точно не буду пытаться возвращать свои деньги. Хотя на самом деле я не понимаю. Он же работает по факту себе в убыток. Он тут гораздо дороже вещи положил. Ну, ребята, это его дело. И здесь у нас... зачем здесь это лежит, я пока что не знаю. Сейчас будем, ребята, разбираться. Давайте для начала поднимемся наверх. Вылазим из этой красивой будочки. Так, закрываем за собой люк. И давайте отбежим куда-нибудь в эту сторону. И сразу же, ребята, я хочу протестировать, конечно же, радужную мотыгу, которая, ну да, ребят, конечно. Конечно, естественно, посмотрите, как она, во-первых, прикольно и необычно. Вы понимаете, о чем я. Она, во-первых, бьет молнии, во-вторых, она также вспахивает землю. Это прикольно, то есть я могу вот так вот, смотрите, куда-нибудь вот
в ту сторону, потом при желании ударить молнией, и, ну, это прикольно, это реально прикольно. Радужная лопата тоже, ребята, бьет и рубит все буквально с одной секунды. Быстренький обзор сейчас на вещи проведу, пока что все повыбрасываю, чтобы ничего не перепутать. Топор также, ребята, работает, тоже вот так вот все быстро ломает, но, в принципе, они все очень, ребята, однотипные. Это, на самом деле, не очень интересно. Да, они просто все очень быстро все копают, ну, я думаю, что это понятно, ребята, за такие-то деньги можно было что-то и поинтереснее, на самом деле, придумать. Это я, ребята, не зажрался, но просто реально, это очень-очень банально. И, кстати, я теперь понял, зачем вот эти вот яйца здесь нужны. Для того, чтобы протестировать, ребята, радужный меч, который, в принципе, убивает все с одного удара. Можно, например, даже ифрита поставить, и он его тоже с одного удара, ребята, убивает. И давайте поставим несколько свинозомби. И сейчас, ну, в принципе, да, ребята, это легко. И, как бы, в комбинировании с нашей радужной броней это вообще просто незаметно. Давайте поставим этот самолет. Ё-моё, какой-то огромный, ребята, истребитель. Я лучше на него садиться не буду, потому что я таким, ребята, управлять не умею. Также здесь еще где-то был танк. Да, вот он, танк. Ё-моё, ребята, меня прищемило моей же покупкой за 10 тысяч. Но, в принципе, знаете, на самом деле, я слегка сначала расстроился, а потом вспомнил, что ничего уж такого, ребята, там больше не было. Да, там, конечно, был вертолет, вещи эти, естественно, как бы доставлю, потому что на них деньги, ребята, потратил. Но тратить ваше время на это я уже не хочу. Поэтому, ребятки, на этом ролике я заканчиваю. Если он вам понравился хотя бы немножечко, то, пожалуйста, поставьте на него лайкосик, ребята, вот прямо сейчас, пока я тут с вами прощаюсь, вы можете поставить лайк и подписаться на канал, если вы почему-то еще не подписаны, а также нажимайте на колокольчик для получения уведомлений о выходе новых роликов. Еще раз всем, ребята, большое спасибо за просмотр. Привет, ребят, я побежал доставать свои вещи. Сегодня со мной мой друг Андрей. Здравствуй, здравствуй, друг. Здравствуйте, все жители моего канала, да? Это да, не тот канал, Андрей, канала. Где так говорят. В общем-то, у нас сегодня с тобой интересный ролик. Уже все, кто только можно, участвовали в этой рубрике. Это, я думаю, заключительно, потому что инструменты... Чё? Моей клавиатурой кто-то управляет, я ей ничего не делал сейчас. Твой компьютер взломан. Я реально такой, типа, иду, у меня резко сворачивается игра, и кто-то по моей клавиатуре, типа, идет, я этого не трогал. Это фиксики, это симка и нолик, Андрей. Если вдруг что-то ты знал. Я понял, хорошо, напишешь завещание, пожалуйста, на мое имя, если можно. Короче, Андрей, суть этого ролика элементарно проста. Мы с тобой прямо сейчас, давай, бери топор, бери необходимые себе зелья ночного видения. Мы с тобой копаем, общаемся и запоминаем, и в тот же момент соревнуемся. Сегодня, как бы, у нас с тобой исключительно дерево, потому что мы с тобой сравниваем топоры. Дружочек, а ты чё в креативе-то? Ты давай выходи, а я пока что... Да-да, а я пока что покажу цены сегодняшнего ролика. Сегодня у нас основной, так сказать, валютой является ель. Вот, поэтому мы сегодня с тобой будем, в принципе, добывать и за елью, в принципе, прокачиваться и уже сравнивать, кто больше сегодня добудет той самой ели. В принципе, вот такая вот тема. Ты готов? То есть остальные можно вообще не ломать? Можно не ломать, можешь ломать. Дело абсолютно твое. Ты готов начинать? Можно березу еще ломать, я вижу. Да-да-да, там тоже можно обменять как бы один к одному, то есть по такому принципу. Ты готов? Окей, давай, раз. Два, три, погнали, все, я начал, погнали. я начал. Слушай, ну как бы темп хороший, так сказать, как бы, ну, я Страдивари. Что? Окей, чувак, я надеюсь, что сегодня у нас победит, конечно же, я? Антон. Какой Антон? Павлович Чехов? Я не знал, что ты спросишь, какой Антон. А подожди, то есть я не должен был спросить, типа, мне должно быть неинтересно, какой Антон участвует в каком-то моем непонятном ролике, да? Я просто думаю, что бы сказать, скажу Антон. Понятно, ну, спасибо хоть Антон, а не какое-нибудь другое непонятное имя. Денис. Андрей, видимо, у тебя есть друг Антон и друг Денис, или нет? У меня есть друг Даня. Да, и как он? Подожди, какой это Даня? Это я? А вот это уже думай. Просто, блин, ты меня всю мою сознательную жизнь и все наше с тобой знакомство я никогда Даней не называл. Ты меня когда Даней называешь, меня аж передергивает, честно. Какой вот я не понимаю, ребят, почему его передергивает, когда я его по имени называю. Да какой я тебе Даня? Это все равно, что я тебя начну называть, ты понимаешь как. Ну, ты понимаешь, твой старый как бы никнейм. Тебе нормально будет? Тебя тоже дернет. Да, не, ну да, ну блин, ну у тебя это твое имя, имя-то твое должно как бы к тебе, ну, привычно, я не знаю, быть. Я привык. Мы сообщаемся с тобой сколько? Пятый год уже, правильно? Ну, наверное. Ну вот, и там сколько? Ну, 4, ну, 5-й год, 100% уже пошел. Ты меня всю вот это вот время называл пикселем. И когда ты говоришь, типа, привет, Даня, такой, что? Кто? Подожди, как ты меня назвал сейчас? А я знаешь, что я теперь буду делать? Я теперь буду называть тебя, наверное, Даня 4 года, а потом снова начну пиксель.
Но это типа очень некомфортно лично для меня. Я не знаю почему. И Рома меня все время называл пикселем, и тут он когда говорит: «Привет, Даня». Я такой: «Чего? Простите, извините». Или когда друзья из жизни, именно с которыми я вижусь там каждый день, называют меня пикселем. Я такой: «Так, я не понял, как бы, мужчины, как бы, видите горизонты, пожалуйста. Какой я вам пиксель?» То же самое, типа, я не знаю, почему это так работает. Это странно, но, блин, век как бы информационных технологий, 21 век, я привык к своему никнейму. Вот. 1 000 000 лайков под этим видео, поменяю себе имя. Как ты думал этот никнейм? Я тебе что, не рассказывал? Или рассказывал? Нет. Может, рассказывал, может, я забыл. Короче, смотри, я играл в Майнкрафт на каком-то вонючем помойном сервере. Прям надбросном каком-то. И я там купил креатив, как сейчас помню, за 25 рублей. Понимаешь? Вот, как бы. И слушай. Вот отсюда пошла донат-помойка. И слушай, слушай, слушай. И короче, там был модератор, и ник у него был Pixel 7. И мне так понравился его скин. Думаю, блин, какой крутой скин. Короче, с сервера я этого со временем, естественно, ушел, потому что, как бы, ну, чё мне там играть так долго? У меня закончился. Ну, конечно, да-да-да-да-да. Ну, ты дослушай, как бы, всю суть. Да я слушаю. Вот, и типа я играл потом дальше уже с, ну, как бы с ребятами, с друзьями, и мне нужен был типа никнейм, по которому, ну, меня все типа, ну, знали бы, я там играл бы, скин типа мне очень нравился, я такой, блин, думаю, классный скин, возьму себе этот ник Pixel 7, но не именно как никнейм, понял, там, для какого-нибудь канала на ютубе, а просто типа бегал с друзьями, я тогда еще вообще о ютубе даже не думал. Что-то я, короче, бегал, и как-то я нашел какого-то друга себе в интернете. Вот, и он начал называть меня Пиксель. Я такой, типа, думаю, ну, Пиксель и Пиксель. Типа, по никнейму называют. Я его тоже по никнейму называл. Ну и ладно. Потом еще один год я побегал с этим скином, еще один. И потом я создал свой первый канал на ютубе. Блин, думаю, как его назвать? А скин-то мне так нравился, я к нему так прикипел. Знаешь, душа уже к нему привыкла. Думаю, блин, назову канал Пиксель. Ну, чё нет? Ну, скин прикольный. Звучит, как бы, ник тоже прикольно. Ну, как бы оно и осталось. А потом, когда уже прошло длительное время, меня уже во всех играх, во всех интернет-платформах знали как Пиксель, именно так в узких каких-то кругах. И когда уже, как бы, ну, создавался этот канал, как бы, я такой, типа, ну какой еще никнейм не Пиксель, я уже так привык к этому. И ты меня Пикселем все это время называл. Типа, знаешь, было бы очень странно, создаю себе канал на Ютубе, был бы какие-нибудь, я не знаю, там, Даня 007, и ты такой: «Привет, Пиксель». Я такой: «Ну, нормально, да, понятно, Андрей Житель, ясненько». Ну да, да, мы с тобой, как говорится, Пиксель number one на YouTube. Ну вот, да, я знаю, что там есть какие-то другие выскочки, которые называли себя Пикселем, и учитывая, как бы, мое... Ах, как с ними сердито, им, наверное, обидно. Да нет, ну типа, в смысле, просто там есть один чувачок, знаю я какой, как бы, ну, он снимал игру, которую снимал я раньше, вот, и как бы я думаю, что никнейм как бы пошел оттуда. Как бы, ну, слишком много бы совпадений для этого было. Поэтому как значит, бы, да. Значит, он тебя его украл. Конечно, это мой ник, он запатентован был за мной еще в 2014 году, когда зарегистрирован. А name.ru, там у тебя, наверное, платиновый аттестат. У меня есть там аттестат, чувак, серьезно. А у меня тоже там есть аттестат, правда, на мой старый ник. У меня есть там аттестат, но когда-нибудь я пойду выше этого аттестата. Знаешь, что я сделаю? Что? Я сделаю очень серьезный аттестат, который называется, знаешь, очень по-взрослому. Не на nickname.ru, а называется это торговая марка. И все, ой, я шикать начал. И все, как бы. Все, бан, все. Ладно, ну слушай, я, в принципе, накопил. Что ты накопил? На квартиру. Ладно, на топор. На какой топор? Подожди. Но мы же хотели топор купить. Какой? Ну, ты покупаешь топоры, которые тебе нужны. Мы просто сравниваем разные тиры топоров. Да, как бы на второй топор я... все это время копил на самый крутой топор. Я давно накопил. Накопил. Я купил за стак уже давно топор, уже бегаю с другим, добываю а я уже. Самый крутой, короче. А, ну понятно. У меня просто сейчас... сейчас тебе скажу сколько. 1, 2, получается 3 стака и 12 еле-еле. То есть как бы такая да? тема. Да. Я думал, ты выкупил. Выкупил. Я думал, ты выкупил суть, но у тебя еще есть, Андрей, 3 минуты, поэтому я думаю, там топор очень... Смотри, я сейчас буду просто делать интересные. Делать деньги? Так, я тут можно у вас еле все позабираю? Зачем мне деньги? Я буду делать дерево, смотри. Вот они, браконьеры. Так, ну давай. Знаешь, как я когда с Максимом Топовским снимал, я потом просто прибежал. Ну, сначала он это сделал, конечно. Это он как бы был вот этим вот плохим мальчиком. Он прибежал и все своровал, а потом я у него своровал. Просто подрыватель.
Так, подожди, подожди, сейчас я тоже... Прыгаем! Так, насобираем все тут самых вкусностей. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Блин, тут тупое дерево. Это дерево не продается, которое я собираю. Но знаешь, на самом деле, зачем полезны вот эти кратеры? Я Максиму говорил, а тебе не говорил. Короче, типа понял, это для того, чтобы открывалось вот это вот просто пространство для добычи этого самого дерева. И таким образом, как бы да. Ну, как бы я понял, я сейчас и открываю пространство для добычи. Открывай пространство для добычи, тем временем у нас, Андрей, с тобой осталось буквально 2 минутки, и мы с тобой переместимся уже на вторую карту, где мы с тобой будем сравнивать дорогие, именно дорогущие топоры. Я, честно, представить не могу, там и так топоры крутые, они еще будут зачарены на эффективность. Мне кажется, они будут просто как пулемет какой-то срабатывать, хотя кто его знает. Наша с тобой цель вообще вот этого ролика, вот этой вот мини-рубрики на моем канале, оценить как бы, ну, по соотношению цена-качество. Все-таки лучше дешевые, и как бы такие, знаешь, ну просто зачаровать их хорошенько. Или лучше дорогие, еще и зачарованные. Как бы вот наша цель вообще всех этих роликов. Я думаю, ты понимаешь. У тебя ну, сколько я понял, сейчас? Я понял. Ну давай смотреть, в принципе. Я тут надобывал, конечно, так. Знатненько, кстати, я тактику даже придумал. Я понял, что динамит себя окупает вообще с головой. Я это понял, если mm-hmm. что. Типа mm-hmm. вот я на 32 динамита выбил еще на 32 динамита, и у меня еще осталось. Короче, динамит это просто окуп. А сколько у тебя этих ели? Еле? Ну да, ну да. А, еле у меня, ну не так много. Стоп, еле? Еле 7. Я же только что динамит купил опять. А, ну знаешь, Андрей, не хочу, конечно, тебя расстраивать. У нас осталось с тобой 30 секунд. И как бы я не думаю, что за 32 динамита ты сейчас накопишь 5 стаков еле. Поэтому как бы да. А зачем мне копить 5 стаков? Ну, чтобы меня догнать. А зачем мне тебя догонять? Ну, у нас мини-соревнование, я же тебе сказал. А, ну ладно, я проиграл. Да есть второй раунд, в котором ты можешь выиграть. Но вообще. А я просто не знал, я думал, что мы просто разговариваем. Ну, мы просто разговариваем, да, мы обсуждаем, как бы обкашливаем вопросики, решаем, какой же топор лучше. Мы просто разговариваем. Я не знал, что мы соревнуемся. Ну, знаешь, зато у меня есть имущество, у меня есть топор за 2 стака. У тебя есть такой? У меня есть топор за 1 стак. Он достаточно тоже хороший. Слушай, давай, кстати, давай проверим. Я решил не копить деньги на книжки. Я решил купить динамит. Блин, и повеселить. Вот это выглядит прикольно, это выглядит прикольно. Вот эти твои пиксели. Подожди, стой, подожди, вижу, слушай, вижу, давай, бум, давай бум, на счет 3, давай на счет 3. Бум. Иди сюда, давай на счет 3 просто попробуем. Время вот у нас уже закончилось. Да иди сюда, господи, иди сюда. Давай на счет 3 попробуем просто сломать. Мне интересно, какой топор все-таки лучше? Иди сюда. Да, Андрей, ну что, за тобой бегать буду, что ли? Давай на счет 3. Ты сломаешь правый блок, я сломаю левый. Давай, 1, 2, 3. Слушай, ну они, мне кажется, вообще одинаковые. Тебе так не кажется? Ну давай поменяемся на секунду. Так, ну давай на секунду поменяемся и... Ну хотя нет, вы чуть-чуть, вот прям совсем быстрее. Вот прям на капелюшечку, мне кажется. Вот я прям... знаю, поэтому держи назад. Так, держи, держи. Да, в принципе, время у нас с тобой закончилось. Подниматься наверх нет смысла. Давай посчитаем. Хотя нет, есть смысл для того, чтобы поторговать с этим самым жителем и, в принципе, продать всю березу, которая у меня, в принципе, осталась. Так, с помощью дуба я, наверное, поднимусь наверх. Так, побыдварсим с помощью дерева. В принципе, почему бы и нет. Так, поднимаемся и погнали. Нам правда, в противоположную сторону. Ты упал там, дружочек, тебе не кажется? Не. Так, я короче, я продаю березу. Так, смотри, у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 стаков и 23. Поэтому давай теперь ты говори, сколько у тебя. У меня просто 1,5 стака. Просто 1,5 стака. Ну ничего страшного, Андрей, мы с тобой прямо сейчас быстренько перемещаемся во второй раунд, где уже мы будем сравнивать дорогие топоры и посмотрим, кто же победит во втором раунде сегодня. Итак, ребята, второй раунд начался, мы уже зашли на карту и практически здесь ничего не изменилось. Изменились только топоры и цены, и, конечно же, здесь все тоже абсолютно поменялось. Суть осталась та же еле, ребята, только вот здесь вот теперь не березочка, а дуб. Не береза русская, Андрей, а дуб. Ну, блин. Все, давай, хватай топор, выходи из креатива. Ну, блин, а я люблю, кстати, березы. Ну, ничего страшного, Андрей. В первом раунде я было... Я люблю на них спать, да? Чего ты любишь? Ой, ты можешь выйти люблю. Из креатива, дружочек? Окей. Я думаю, что креатив тебе вряд ли поможет. Я выбрасываю уже пузырек, я уже выпил зелье на 8 минут, и, в принципе, давай на счет 3 начинать. Ты готов? Давай, давай только я буду считать. Давай, давай, считай, дружочек. 1, 2, 4, 5, 6. Может, мы начнем уже? 3! Ты что-то какие-то 3, что-то 5, 1, 5, 6, Андрей, понятно. А зачем ты за мной бегаешь, скажи мне, пожалуйста. Это, мы просто с тобой сонастроились, ну. Я понял, я понял. Я тебе какое-то зло просто сделал. Я понимаю, Андрей, понимаю, а да? Не, не зло, не зло, не, мы с тобой же друзья, ты же мой друг. Да, Даня. Да, я помню. О, еще и Даника меня назвал, понятно. А ты Андромеда, понял?
Понял? Дрюностоп. Блин, я так, кстати, давно тебя дрюнчиком не называл. Я уже забыл, как это делается. Просто мы там у нас был прикол одно время. Я тебя то дрюнчиком, то дрюноматкой, то дрюностопом называл, то дрюностой, то эндердракон, то дротик, то, то дробитель, то дрон. Ну да. Ну вот видишь, как я много кличек сменил за один день, и мне, ну, нормально мне было, чё. Ну вот, а я пиксель, я привык уже к этому, правда, привык. Я прям не могу как бы без этого, вот. Это к возвращению нашей прекрасной теме. Давай обсудим что-нибудь еще, например, инфляцию. Ну нет, мне не интересует инфляция. Давай обсудим, как у вас там дела. Где? У кого? Ну, вот ты на каком этаже живешь? Неважно, Андрей, давай мы не будем говорить это на многотысячную аудиторию. На каком этаже я живу? Может, мы еще адрес мой скажем? Ребята, город Киев. Украина, дальше не помню. Украина, город Киев. Ну, неважно, какая улица, неважно, какой дом, неважно, какой подъезд, неважно, какой этаж, неважно, какой номер квартиры. Вообще это все неважно, это абсолютно относительно, Андрей. Вот что я назову сейчас твой этаж. Давай. 1-1 миллион. Не помню просто. Ты реально не помнишь, какой у меня этаж? Не, я тебе не говорил. Ну, если тебе будет интересно, Андрей, я тебе потом скажу. Этаж у меня, знаешь, такой нормальный, хороший этаж. Вот соседей нету. Вот этаж хороший. Вот сверху, правда, дебил. Давай уже. Я угадаю, у меня одна попытка, чтобы угадать. Давай. 10-й. Нет, неправильный ответ. Все, ладно, больше не буду. Все, хорошо, Андрей. Ты, кстати, проиграл $1 миллион, когда сделал это. В смысле? Ладно, не долларов, Андрей, я же тоже человек. Рублей, конечно, миллион рублей. Миллион рупий — это где-то $100. Миллион рублей, Андрей, миллион... Не, миллион рупий. Ну хорошо, Андрей, хорошо, миллион рупий так рупий. Да мне все равно вообще миллион чего. Слушай, я вот сейчас подумал. Если, в принципе, взять какую-то сумму денег и приехать в какую-нибудь Зимбабву и по курсу перевести, то ты же там станешь миллионером. Прикольно. Да почему? Ну, то есть, например, я не знаю, какой курс у Зимбабве, но я, к примеру, сказал, какой-нибудь странный город, странная страна, в частности. А, так это да, но, к примеру, вот знаешь, Бали, да? Ну да. Вот. Там у них валюта, по-моему, рупий, если я не ошибаюсь. Но я что-то так читал, и ты знаешь, сколько у них интернет стоит? Сколько? Я вот смотрел, у них какой-то самый крутой интернет, там стоит 20 миллионов рупий в месяц. А, ну это значит просто инфляция большая. В Беларуси раньше так было? Знаешь, сколько это как бы, ну, в рублях? Сколько? Это где-то 120 тысяч рублей у них стоит за месяц интернет. Какая-то у них странная страна или что это? Просто там у них с интернетом плохо. Типа, просто в Беларуси как раньше было, у них там хлеб 1050 стоил. У меня друг в Беларуси есть, говорит, пойду за хлебом. Я такой, сколько у вас хлеб стоит? 50 тысяч. Как бы нормально. А потом у них, типа, перевели какую-то там тему, ну, то есть, жуткая, как бы, ну, инфляция там или что-то как-то так. Ну, короче, какая-то странная система денег, на самом деле. Ну, что за бред? Там у них реально зарплата в миллионах была. То есть, там, мой папа получает 1.5 миллиона. Для Беларуси это нормально. Думаю, чё? 1.5 миллиона нормально? Ну, ты офигел, что ли? Ты чё? Я когда этого не знал, думаю, 1.5 миллиона в Беларуси нормально, думаю, блин, не в той стране я родился. А мне как-то друг этот самый подшутил надо мной, мы как-то с ним что-то, я помню, поспорили, короче. Он такой говорит, на чё спорим? Я говорю, ну не знаю, он говорит, давай на 1 миллион рублей. Я говорю, давай. Вот я, короче, выигрываю, и он мне это скидывает 10 рублей. Я говорю, в смысле? А он говорит, ну мы же на 1 миллион белорусских рублей спорили. Ну да, но там так у них курс какой-то странный. Сейчас, типа, у них, ну, все нормально. Но раньше, я помню, типа, у меня, ну, друг есть из Беларуси, который битло мне делал, если ты понимаешь, о чем я. И типа... Не, не ну, короче, у меня есть битло, именно которое принадлежит каналу. Ты знал, кстати, об этом? Нет. У меня есть битло, которое принадлежит каналу, мы договор подписали. Понятно, и что, оно у тебя каждый ролик играет? Не каждый ролик, на фоне некоторых роликов, вот подобного формата, как сейчас мы с тобой, играет, даже прямо сейчас, я уверен, на фоне играет это битло, в начале каждого стрима играет именно это битло, и как бы, ну, у меня на него полностью права, у меня бумажки подписаны, все эти вещи, как бы, Резняков писал юристам, вот, мы подписали бумажки, подмахнули там, понимаешь? Понятно, нам тоже у него будет взять. Хороший битлок, кстати, типа, приятный. У меня еще есть, типа, лизинг на остальные там биты. Короче, ну, нормальная тема, как бы, ребята. Ссылка в описании в моем телеграм-канале. Раскручиваем битло. Раскручиваем битло, как бы, нормально. Крутим его во всех популярных заведениях города Киева, и не Киева в том числе. Вот, как бы, ну, не, бит, правда, хороший. Вот он, я уверен, что он сейчас играет, потому что там, типа, созданный ранее проект, и да. А ты что, еще с обычным топором бегаешь? Да. А что у тебя за тактика такая, супер-мега-галактика? Сколько у тебя я уже знаю, ели? Не знаю, мне удобно. А сколько у тебя уже ели, дружочек? Ели у меня 47. Просто 47? Просто 47. Ты вообще добываешь или ты просто бегаешь по карте?
Не, добываю, конечно. Просто как-то странно, я купил себе топор за стак, и у меня еще 3 стака и 42. Поэтому как бы вопрос как такой. Как говорится, наше время. Какое время? Кстати, насчет времени, у нас с тобой осталось 4 минуты. Да, ну окей, я успею. Ну и я не знаю, у тебя какая-то супер-мега тактика, или ты просто так копаешь странно? Какие там топоры есть вообще? Эффективность у меня вот нигде. Сейчас на эффективность 4 и на прочность 1. Самый максимальный за 2 стака на эффективность 5 и на прочность 3. Но мне кажется, это не очень хорошее вложение средств, поэтому мне кажется, я купил самый нормальный. Ну, блин, наверное. Ну, как бы он стоит стак, вот тот, который у меня. Но он, знаешь, такой, ну, бодренький. Ради эксперимента, когда мы с тобой, знаешь, уже все бумажки тоже подмахнем, подсчитаем, сколько у кого, я могу купить 2 стака и просто ради теста дать тебе вот этот и сравним. Есть ли вообще какая-то разница? Мне давай, кажется, давай, протестим. Мне кажется, минимальный, но мне, вот честно тебе так пока скажу, вот мой такой вывод, поскольку я все-таки сейчас использую достаточно дорогой топор, он такой крутой, зачаренный и так далее, мне кажется, что он вообще практически не отличается от того, что у меня был в прошлой игре, серьезно, я не знаю, почему мне так кажется. Ну смотри, там какая типа штука, а вот чего? Что такое, Андрей? Буду играть. Что-что? Я не буду с тобой играть. В смысле? Я не буду с тобой играть. Почему? Что случилось? Ты что сделал? Что я сделал? Ты хоть понимаешь, что я все это время добывал березу, у меня 4 стака березы. А зачем ты березу? А ты дуб туда поставил в продажу. Кого поставил? Ты дуб обмениваешь на ель. Я знаю, я тебе это в самом начале еще сказал. Нет, там была береза, верни. Никакая береза, ты еще в начале говорил, типа, я говорю, в этом раунде нет, у нас... где чувак, который продает березу? Да нигде, я же еще в начале даже тебе сказал, подписчики соврать не дадут. Я еще в начале говорю, типа, Андрей, только у нас сейчас дуб, а не русская береза. Ты говоришь, я еще на березе спать люблю, думаю, при чем тут? Блин, а я как-то это мимо ушей по березке пошел. Я все-таки в душе-то березку люблю. И вот я такой, оп-оп, насобирал 4 стака. Ну я могу тебе стак дуба дать, конечно. Думаю, какая березка? При чем тут березка? Ты вообще о чем? Да я насобирал 4 стака, блин, ну. Ай. Капец, Андрей, так а что ты ель не собирал вообще? Суть же ель, как бы. Я не люблю такое темное дерево, я светленькое дерево. Короче, Андрей, ты главное не расстраивайся. Ну, я не знаю, там, ну, проиграл ты. Ну и что поделать? Ну, что теперь? Ну, нет, два раунда. Я не проиграл. Я просто сейчас буду инфляцию производить. Какую инфляцию? Скажешь. У нас осталось с тобой 2 минуты, дружочек. Какую инфляцию? Да, очень. Если инфляция, инфляция, то только гипер. Не-не-не-не-не, я сейчас все сделаю. Ты чё, Андрей, то есть ты открыл... Ага, то есть ты открыл настройки тупого бота и решил, типа, подмахнуть все под себя, да? Ну, не я знаю, всё Андрей. Не знаю, Андрей, что тебе на это сказать, конечно, дружочек, пирожочек. Теперь белорусский рубль подешевел. Ну, не знаю, Андрей, насколько честно ты поступил, конечно, по отношению ко всему вообще. Ну, ладно, ладно. Мы с тобой дома поговорим, понял? Ну, я думаю, подписчик и не обидится на меня. Ну, не знаю, я так пускай в комментариях это решат. Я сейчас, короче, добиваю стак дуба, чтобы его тоже обменять по прекрасному выгодному курсу. В моем телеграм-канале всегда самые выгодные курсы. Это шутка, нет, не телеграм-канал. У тебя какой-то есть фейк в телеграм-канале, и он, короче, получает дозу пиара просто. У меня нет телеграм-канала. Он там раскручивает, не знаю. Сам не знаю его существования, там, знаешь, миллионы в день, там, по какому-то непонятной схеме какой-то отмывает бабки, я не знаю, делает какие-то скриншоты моего инстаграма. Когда-нибудь я создам себе телеграм-канал, просто чисто, чтобы он был, ничего туда выкладывать не буду. Ой, ну раз ты березу, Андрей, я еще и березу продаю, и дуб, знаешь, так удобно. Блин. И там можно, Андрей, и там. Знаешь, очень удобно, Андрей. Очень хороший у вас телеграм-канал. Я бы в вашем телеграм-канале закупался, честно вам скажу. У вас все так удобно, все для клиента. Что ты говоришь? Говорю, я молодец. Ты молодец. Короче, Андрей, у нас остается с тобой 10 секунд, поэтому как бы учти это. Я, наверное, спускаться уже не буду, потом долго подниматься, а ты потихоньку можешь уже тоже наверх подниматься. Итого у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 стаков и 34. Вот такое сегодня приключение у меня случилось. Сколько у тебя? Сейчас я все поменяю. Давай. Я тебе сундук, может, скрафтить? А то у тебя сундука нету, я так смотрю. Итого у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 6. И 7. И просто 7, то есть все, на этом твои полномочия все.
Я тебе скрафтил сундучок, если помочь, надо. Ну, короче, получается, Андрей, сегодня по итогу двух прекрасных, интереснейших раундов, где мы с тобой просто занимались нелегальными, ну, как бы, лесоповалом. Лес пойдем с тобой валить после Ютуба. А, вот, мы, как бы, Андрей, решили, что я все-таки победил. Сука, стой! А? Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравилась эта рубрика и нравится по сей день. Не забывайте нажимать на колокольчик. В прекрасном ролике мой прекрасный друг Максим Топовский. Привет, Максим Топовский. Всем удачи, ребята. Пока. Ничего ты, конечно, Илья Прусикин. Здравствуйте, Илья. Ой, у нас сегодня такой межконтинентальный ролик получается. Из двух этих отраслей. Как бы ты из музыки, я из Майнкрафта. Ну ладно. Посмотрим, кто сегодня не то чтобы победит, а чья лопата окажется мощнее. В общем-то, Максим, на моем канале выходил ролик, который ребятам очень сильно понравился, где мы с Гошей сравнивали дорогую кирку и дешевую кирку. Сегодня наша с тобой очередь, как бы ты на очереди, но мы сегодня будем сравнивать не кирку, Максим, голубоглазый блондин, а мы с тобой будем сравнивать дорогую лопату против дешевой. Конечно же, мы сейчас начнем с дешевой лопаты. Давай, бери ее. И знаешь, что я забыл тебе выдать, дружочек? Что? Я забыл выдать тебе зельки ночного зрения, потому что они очень нужны. Кстати, да, и вправду, ситуация-то неприятная. Да, но все хорошо, я уже выпиваю, и в принципе, давай тогда на счет три, Давай челлендж для подписчиков устроим по лайкам, потому что ты что-то вообще ничего про это не сказал. Ребята, если вам нравятся ролики со мной, то наберите под этим видео за час, вот реально за первый час, 4000 лайков, а потом 8000 лайков за второй час. Ну ничего ты, конечно, катапульта, Максим Топовский, ничего себе. Вот это имбайтер 228. Ладно, готов, дружочек? Готов, дружочек, пирожочек. Пока они ставят лайки, мы с тобой начинаем. 1, 2, погнали. Давай. Офигеть, как медленно, чувак. Ну да. Но зато потом у нас с тобой есть крутые лопаты, ну, более лучшего, так сказать, тира, и с помощью них мы уже сможем копать все гораздо быстрее. Чувак, ну честно тебе сказать, я думал, будет быстрее, правда тебе скажу. Я тоже, это просто помойки какой-то. Так медленно, это как будто бы я копаю деревянной киркой бедрок. Как так, тебе такое? Смотри, но у нас, короче, там с тобой же тоже можно прокачивать лопатки. Я сейчас накоплю себе сразу на эффективность 2, потому что, ну, знаешь, это не то, чтобы несерьезно, это бред какой-то вообще полнейший, это невозможно копать. Сколько у тебя уже изумрудов? 5. Я потому что купил себе новую лопату, первый уровень, я думал, мы постепенно будем так проходить. Не-не-не, я тебе же 100 раз говорил, Максим, ты уже участвовал в таком, не обязательно покупать первую, ты можешь хоть сразу самую последнюю, можешь вообще ничего не покупать, это абсолютно твое, так сказать, дело. Лопата на эффективность 2, знаешь, я бы тебе не сказал, что она прям слишком быстрее, чем на эффективность 1. Слушай, есть у меня один тест, слушай, ну подожди, давай ты остановишься, у тебя есть лопата на эффективность 1, да? Да, вот. Слушай, она давай вот сейчас на счет три, давай ты будешь ломать вот эту вот руду, а я вот рядышком посмотрю, кто быстрее, насколько быстрее. Давай. Готов? Раз, два, три. Опа, слушай, ну я вот совсем. Так, держи твой изумрудик один. Я совершенно чуть-чуть быстрее тебя. Вот прям, знаешь, прям тютелька, тю-тю-тю-тю-тю, вот такая маленькая жопочка такая, понимаешь? Ну блин, ты сейчас победишь в любом случае, скорее всего, потому что ты начал быстрее копать и сразу купил вторую эффективность, понимаешь? Максим, у нас с тобой нет как такового здесь соревнования. Наша с тобой задача просто определить, знаешь, какая лопата по соотношению цена-качество самая лучшая. У нас с тобой есть просто, знаешь, такое не то чтобы дружеское соревнование, а такой дружеский момент битвы как таковой, но нет здесь проигравшего, нет здесь победителя, здесь просто есть как бы два участника. Один из них просто украинец, второй из них Максим Топовский, вот и все. Максим Топовский русский, если что. Ну, я же говорю, один из них украинец, то есть один, а второй из них Максим Топовский, вот и все. Ага, ну все, значит, вот так вот. Ну ладно, ситуация такая, на самом деле, приятная. У меня уже третий тир, получается. А, лопатки уже третий? Нифига себе, дружочек, слушай, тогда тоже куплю. А, нет, я себе лучше сразу четвертый куплю, как тебе такое? Ну, ты вообще крутой, но у меня тем временем уже 30 эмеральдов доступно дополнительных. А у меня вот сейчас 45 в инвентаре, 46, 47, и будет 48, и я сразу же бегу покупать себе новую лопатку. Так, стой. Ай, я идиотина тупая, свинья помойная. Я купил себе лопату на эффективность 3, хотя мог купить на эффективность 4. Я животное просто, я недостоин жизни. Ты,
Какое говно я сделал, Максим? Ты просто лошарик, капец. А сколько времени остается, кстати? У нас с тобой остается еще 6 минут, но, блин, я такое говно сделал. Я просто потратил в жопу 24 эмеральда, чувак. Я, конечно, сейчас куплю себе лопату, но это такой тупизм, я такой дау. Ну ты лошарик, без шуток, вообще тоталитарный. Хотя, знаешь, я лучше тогда уже за стак себе куплю, потому что, блин, ну должен я хоть какую-то выгоду для себя здесь поиметь сегодня. И знаешь, я что вот я тоже еще... купил за стак только что. Да ты офигел, что ли? Знаешь, что я еще заметил? Я там не поменял, оказывается, булыжник на этот, как его, скажи мне, пожалуйста. Бубрыжник? На... Да булыжник на землю я там бубрыжник. Не покупал. Ну да, он тоже. Ладно, а чего ты не поменял, я не понял. Ты не знаю, как-то забыл, дружочек, забегался, я там кушал потом. Ну ты вообще, да, ты такой мясоед, знаешь? Я, кстати, люблю мясо. А какое мясо ты любишь в Майнкрафте больше, кстати? В Майнкрафте я и в жизни люблю говядину больше, и в Майнкрафте говядину люблю больше. Ну как бы сердце лежит к коровкам, понимаешь? Ты прав, у меня тоже так, дружище. Я не люблю свинину, кстати. Ну, я в жизни тоже не особо люблю, а в Майнкрафте тоже не особо люблю. Ну, не знаю, вот я пробовал, короче, когда я вот хавал все меню Макдака, там была свинина, чувак, я тебе честно скажу, я думал, как бы, ну, она выйдет в обратную сторону. Это такой ужасный вкус, чувак, я тебе честно. Ты про Макзавтрак? Не-не-не, я именно про бургер у нас есть в Украине, я не знаю, есть ли у вас со свининой. У нас только в Макзавтраке есть со свининой, если не ошибаюсь. Не-не-не, у нас это, вроде это, как это называется, сигнатур меню или что-то такое. Там, нет, типа, такого у нас там нет. Типа украинский бургер именно со свининой. Там он прикольно. Ну, не прикольно, на самом деле. Такое говно. Вот знаешь, привкус, как будто бы, знаешь, вот ты когда-нибудь был в селе каком-нибудь? Допустим. Вот знаешь, вот прямо над говном во рту. Я тебе честно скажу, или знаешь, ты когда-нибудь. Помнишь этот запах? Вот ты когда-нибудь был, когда вот кур типа обсмаливают, вот это вот перья их сжигают. Нет, такой не запах вообще я не чувствовал никогда. Ну вот, короче, смотри, я не знаю, у тебя дома перьевые подушки? Нет, не знаю. У меня тоже не перьевые. Слушай, у меня вопрос другой. У меня вопрос, а у вас есть гурме? Или был гурме? А, не-не-не, это сигнатур меню у Рашки. Блин, чувак. Я знаю, я пробовал. Он на протяжении 2 лет был мой любимый. С 18 года, как его ввели, получается. А знаешь, что потом? Вот чё, недавно. Чё? Его убрали. И чувак, это была да. сезонная акция. Типа, все пишут, верните его, верните. А они пишут, мол, это сезонная акция была, и мы не можем вернуть. У меня такая же тема была. У нас в Украине был Маэстро Бургер. Вот, я так понимаю, это то же самое, как у вас. И, наверное, знаешь, мне даже в определенный момент кажется, что у вас вот этот вот бургер убрали тогда же, когда и у нас. Когда у вас убрали вот этот твой любимый? Когда это ну, было? Месяца 2 назад, наверное. Ну, у нас где-то вот полтора, да, где-то, может быть, в этом диапазоне был, короче, Маэстро Бургер. Он мне очень нравился. Сначала, короче, знаешь, я к нему как-то скептически относился. Потом в один момент я его попробовал. Мне так понравился, там такой необычный соус, там котлетка да. такая сочная. Я это попробовал, мне очень понравилось. И булочка гладкая такая. Да. Короче, вот я попробовал. Он мне очень зашел, я всегда его начал заказывать постоянно. И знаешь, вот я его только распробовал, потом в один момент я захожу в приложение доставки, пытаюсь его заказать. Его нет, да? А его нет. Я такой, блин, ну, наверное, знаешь, типа, это тогда было вот этот карантин, тогда только этот начался. Думаю, ну, наверное, продуктов каких-то у ребят не хватает. Хотя думаю, блин, это... Я тоже так думал, а потом... Блин, вы такие одинаковые, думаю, блин, ну, это, наверное же, ну, типа, Макдональдс, мировая корпорация. Думаю, ну, ладно, подожду пару дней. Потом, когда вот это снимали ролик на... Вот этот канал, Солянка, который, ага. Я приезжаю в Макдональдс, и я говорю, типа, мне нужно все меню. Я говорю, кстати, а что у вас с Маэстро? Она говорит, его убрали из меню, к сожалению. Он мне тоже очень нравился. Я говорю, в смысле его убрали? Я говорю, вообще убрали? Он говорит, ну да, его больше не будут. Сказали, что его уже не вернут. Я так тогда расстроился. В я моих глазах тоже. Тогда у меня слезы где-то внутри меня там пробежали. Думаю, блин, за что? А у меня в реальной жизни я расплакался. Я говорил, нет, верните. Вот это чисто обычные, такие, знаешь, радости жизни меня довели до слез. А просто как бы меня расстроило из-за того, что из Макдональдса убрали бургер. Это знаешь, я короче он в ТикТоке. Да, я в ТикТоке, короче, видел такой видос. Мужик сидел с котиком, он говорит, знаете, я настолько трогательный, что я начал плакать из-за того, что булочка очень вкусная. Я видел в ТикТоке. Он такой милун, блин, я ему еще написал, типа, это самая лучшая булочка с... Это как я ему написал? Это булочка с сахаром у него была. Я написал, что это самая лучшая реклама булочек с сахаром. Ну, после такой рекламы, знаешь, я бы заказал эту булочку с сахаром чисто попробовать. Настолько ли она вкусная, что мужик какой-то расплакал. Ну, типа, причем мужику там, ну, далеко, типа, на 19 и не 20. Да, там ему он реально взрослый сидит с котиком и реально плачет. И ест булочку, такой милун. И котику еще дал, блин. Ты шо? Я захожу в ТикТок деградировать, а не как бы плакать вообще-то. Умиляться. У меня, кстати, тем временем 4 стака эмеральдов и кирка кончилась одна, и вторая сейчас уже тоже заканчивается. 4 стака?
у меня только 3 стака и 25. Но у меня сломалась моя самая топовая лопата, которая была, поэтому я копаю эффективность 3. У меня эффективность 3 сломалась тоже, я уже эффективность 1 копаю. Не, у меня сломалась эффективность 4, эффективность 3. Хотя, слушай, у нас еще есть с тобой минута, я, может, успею даже тебе догнать, слушай, это будет, конечно... Не, вряд ли, это я не знаю, я должен сейчас тут торпедой просто все снести. Хотя, у меня пятый стак уже такой наполненный, приятно. Блин. Знаешь, какая у меня есть идея? Я все равно проиграю, но чисто ради драйва, Максим Топовский, есть у меня одна идея. Знаешь, что я сейчас сделаю? Купишь самую крутую кирку и попытаешься выкопать больше? Не-не-не-не, Максим, я сделаю адское говно, конечно, тебе честно скажу. Так, быстрей! Тихо. Что ты делаешь там? Так, подожди. Так, собираем их, короче, динамита. Что ты сделал? Это мое, не подбирай, ты козел! Все мне, спасибо большое. Ну так нечестно, ты жопошник. А ты надо было в другом месте далеко делать, ты прям подо мной взорвал. А я не знал, где ты. Жопа. Капец, спасибо, ты столько мне, блин, подарил, вообще. Вот ты вонючка. Да вот ты вонючка подобрал еще мою вонючка. Не сохранится. Сохранится все. Это строил не кто-то там, а я, Даниил. Блин, приятно, я победил. Все, я просрал. Блин, тут чувак, знаешь, как это круто выглядит? Спустись ко мне. Мы, конечно, уже поняли, что ты выиграл. Спустись. Иди сюда. Бегу, малыш, бегу. Ой. Смотри, нажми на F1 и посмотри прямо, чувак. Я не знаю, почему это так круто выглядит. На превьюшку, так сказать. Блин, очень круто. Я даже сделал скриншот. Конечно, на превьюшку у меня есть другая идея для превью. Но, блин, это выглядит очень круто. Короче, давай поднимемся полностью. Сейчас подсчитаем, что у нас с тобой сегодня получилось в дешевой лопате. Тихо, я чуть не упал. Надо немножечко победварсить. Просто все будет отлично. Давай, так, аккуратнее. Бедварсим. Я поднялся. Итого, Максик, у меня 4 обманул. 3 стака и 46. Но. Нужно кое-что сейчас сделать. Смотри, я быстренько включаю гейммод для того, чтобы немножечко перенастроить жителя прямо тут, и чтобы ты мог сделать это. И я, в принципе, тоже. Я продам сейчас, вот таким вот образом. Так. Кладу сюда земельки стак. Отличненько. И теперь, смотри. Вот сюда, Максим, заходи и продавай всю землю, которая у тебя есть. Я получил еще дополнительных 6 эмеральдиков. Вот. Я тоже 6 дополнительных получил. Смотри, выкладывай все в сундук. Давай посмотрим. То есть у меня 3 стака и 52. У тебя сколько? 4 стака и 45. Ну, блин, конечно, тут я всрал по полной. Но посмотрим, Максим, кто сегодня между нами победит в противостоянии богатых лопат. Поэтому на счет 3 мы перемещаемся сразу же с тобой на следующую карту. 1, 2, 3. Итак, ребята, мы с моим другом... Залетаю в магазин, выпускаю магазин. У меня на это есть 1000 причин. Ничего ты, конечно, Иван Дрёмин. Да, это я, действительно, я, это правда. И смотри, мы продолжаем, и у нас тут целых 3 крутых торговца лакшери луев у них. Давай, бери лопатку, Максим, я сейчас покажу подписчикам, ребята, вот такие просто лопатушки. Лопатухи, я бы даже сказал, теперь у нас есть в нашем прекрасном ассортименте. И давай на счёт 3 начинать, готов? Давай, раз, два, три, погнали. Ой, опять медленно, Максим. Ну, чуть побыстрее, конечно, чем в прошлый раз. Но, тем не менее, я тебе уверяю, Максим, дальше будет только круче. Ну, сейчас ты подкопишь 8 алмазов и купишь себе кирку более такую приятную, знаешь, и пойдет процесс. Пойдет процесс. Как ты там говорил, процесс любви, да? Ну, не-не-не, там процесс добывания алмазов пойдет, вот что я тебе скажу. Ага, ну я очень люблю алмазы, но знаешь, что я тебе могу сказать? Я куплю себе сразу не за 8, а я куплю себе побольше, за 12, наверное, буду. А я тоже так сделаю, у меня уже тем временем на 6 алмазов больше. Так, ну посмотрим, хотя знаешь, что я решил сделать прямо сейчас? Я куплю за 24 сразу. Так ты уже время очень много потерял, дружище, кажется, опять сейчас я выиграю. Ну посмотрим, сколько у тебя сейчас алмазиков? 16. А у меня вот сейчас будет 21, 22, 23, 24. Но посмотрим, какая лопатка крутая, Максим. Я так уверен, у меня-то кирка на эффективность 2 за 12 алмазов. А у меня на эффективность 1 ультимейт Максим. Чего? Слушай, ну я бы не сказал, что ты теперь в дамках, я тебе так скажу. Думаешь? А ну ты посмотри, что я делаю. Посмотри, что творю. Где? Ну, поднимись на самый верх, я сам вверху просто сейчас. Далеко, брат. Ну вот, смотри. А, нет, это ты, это не ты, это торговец. Я тебя вижу, сейчас я к тебе как-нибудь подкопаюсь. Иди сюда. Так, у меня сейчас 15 алмазиков. Вот, 15 алмазиков, 17 алмазиков, 18 алмазиков, 19, 20. Ну, видишь, какая скорость, да?
Ну, у меня такая же скорость, типа, 38, 39, 40, 41. Слушай, ну нормально, нормально, мы с тобой вообще очень-очень близко друг к другу, максимально, если ты понимаешь, о чем я. Ну, понимаю, мы с тобой всегда такие близко, будем в Москве особенно. И слушай, вот что я тебе скажу, я сейчас пойду покупать за 48 кирку. За 48? Слушай, я сейчас тоже за 48 буду покупать. Ой, мы с тобой... Нет, я за 64, я накоплю еще чуть-чуть. А я вот думаю, можешь сразу за 2 стака купить? Да бред, мне кажется, это прям вообще бред. Ну не знаю, не знаю, я тоже за стак тогда куплю. Ладно, 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 у меня уже 55. У тебя сколько? У меня 60. Слушай, ну мы с тобой очень ноздря в ноздрю идем, друг. Очень сильно. Так, у меня 61, 62, 63, 64. Все, я поднимаюсь наверх, у меня уже. Так, 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 открываю его прямо отсюда. Все, у меня за стак, у меня за стак, у меня за стак. Я погнал, 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 погнал. Слушай, ну ты это... вообще быстрый, брат. А тут есть удача, тут есть удача? Нет, тут только прочность. Удача в самой максимальной, в самой максимальной лопатке. Ну ничего, сейчас я эту лопату возьму и тоже тут все расчехлю. Так. 2007 год, Максим Топовский. А знаешь еще в ТикТоке, типа, когда мама сказала, чтобы животик не болел, и твой живот в этот момент собирается такой. Я вспомнил из стендапа Поперечного, типа, он рассказывал о том, что бабушка его говорила, типа, у Данечки не болит, у собачки заболит. Там такая шутка дальше смешная была, не буду ее говорить. И такой не говорун сегодня у нас, такой скромняга парень. Ну не, я как бы могу сказать, но как бы лучше такие темы не затрагивать, если ты понимаешь, о чем я. Если ты понимаешь, о чем я, да, дружище, и вправду не стоит. Ну а я тем временем накопил уже стак дополнительно у тебя. У меня вот сейчас 64 тоже, 64 тоже. Нифига ты, мистер психопат. Нет, это ты, мистер психопат. Я вот думаю, слушай, может тоже динамитиком бахнуть еще раз. Хотя это очень стрёмная тема. Опять прибежит вот это Максим Топовский, опять позабирает себе самое вкусненькое. Сколько динамитик стоит? А, динамитик стоит, я не помню, 8 вроде. Ага, вот оно как. А ты будешь так делать? Да не. Блин, я хотел прийти и самое сладкое забрать, как ты в прошлый раз. Да неправда, не так я делал. Да правда, ты все забрал у меня. Погоди, погоди, а как он взрывается-то? Там красный факел нужно купить. А, нифига ты придумал. Ну да, да. Ты что, купил уже? Не-не. А чего? Это я так пранканул тебя немного. А, ну конечно, конечно, все-таки купил, да? Отдай! Ты психопатич! Мое! Так, 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 так. Ушел отсюда! Козел, у меня все забрал в прошлый раз, а теперь меня прогоняют. Не было такого, там все не так было. Да абсолютно. Было все так и было, все так и было. Что ты расскажешь, ты говорун сегодня у нас такой, врунгель ты, вот. Ты что сделал, иди сказал от меня. Давай, пошел вон отсюда. Ну все, 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 я ухожу, я давай, ухожу. Давай, иди в свой двор копать, понял? Давай, 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 все, я убежал от тебя. Больно надо, больно надо. Ты прям тут, ты ждешь, пока я активирую. Ой. А чё урон такой большой? 24 у лопаты, потому что. Ну вот это тебе наказало жизнь, понял? Я понял, я понял. Ну я к гадалке пойду, чтобы как бы на тебя порчу навести. Нифига ты придумал. И мы зелья друг другу не выдали, конечно, но ничего страшного, я думаю, да? Да-да, не выдали совсем. Ну пошёл вон! Ты такой варюга, просто Варюшкин, как тебя еще назвать? Ну вот, все, глаз за глаз, Максим Коповский, Топовский. Вот ага, ты... я тебя один раз своровал, а ты у меня... Да я вообще там, наверное, ничего не забрал. Пускай ребята в комментариях напишут, я максимум там 2 штуки забрал. Ну, это давай, чисто... ты мне теперь госдолг должен 68 штук. А ты мне 390 за моральный ущерб еще, знаешь, а какой я ранний? 390 и плюс 1. А ты мне 390 и всегда больше на 1. А ты мне всегда больше на 1. Знаю, с тобой как дети. Понял? Давай поэтому. Нет, я первый сказал, что больше. Ты знаешь, кто мой батя? А знаешь, кто? Ты знаешь, кто мой друг? Рому Компота знаешь? А ты знаешь Рому Романа Компота, Романа Эдуардовича, знаешь? Это мой друг. Да, знаю. Это мой брат родной. А я его дольше знаю, понял? Он мой брат родной. А ты знаешь, что такое Андрей Житель? Ты кто это? Это мой друг. Видал? Ты знаешь, кто такой Максим Топовский? Ты с ним знаком? Я с ним знаком, да. Хочу тебе, как бы... Величайший. Я могу тебя с ним познакомить, но не бесплатно, конечно. Я думаю, ну за миллион рублей. Это величайший победитель всех пикселей, вот так я знаю. А, вот так, значит, ты заговорил, да? Жопа. Передай Максим Топовский, передай Максиму Топовскому, что он жопа. Не передам. Передать ну, 300 стака алмазов. Есть 300? Сколько у тебя стаков алмазов? А я не знаю, сколько у меня. Я не буду отвлекаться, у меня просто хард-слоты все заняты. Давай, посвятошь, у меня вот 5.
А я не смогу посмотреть сейчас. Мне тут, у меня здесь... Я отвлекся. Так, ну у меня получается 5 тоже. Нет, 4. Посчитай, чтобы точно было. Нет, 4 стака. А у тебя сколько? А как я тебя опередил? Не знаю, друг, не знаю. Ты там что-то какие-то процессы свои запустил. Мне вот знаешь, что я хочу купить? Лопату за 2 стака, но я переживаю, что не сработает, не сработает. Понял? Сколько время? У нас еще с тобой осталось 3 минутки. Сколько? 3 минутки, друг. Ну, нифигашеньки. Я просто переживаю, что, типа, понял, там есть удача, но я не уверен, что удача работает на вот эту руду из модов, понимаешь? Блин, было бы неплохо, конечно, проверить. Ну, я не хочу это проверить. Ну, в конце ролика я проверю, как бы просто куплю, когда мы все подсчитаем с тобой, как бы все подобьем, как бы все проценты и так далее. Я все еще... Можно рискнуть. Ты хочешь рискнуть? И остаться победителем, либо можно до конца жизни жалеть о том, что ты не сделал. Ну, не, я не хочу рисковать, потому что сколько у тебя еще раз алмазиков ровно, сейчас скажи, пожалуйста. 4,5 стака. А, так ты меня не обогнал, нифига! Да я пошутил, дружище. Понятно, обманщик, обманщик. Тогда точно не буду покупать, потому что я впереди. Мне нельзя остановиться. Нет, чувак, у меня 2,5 стака. 2,5 стака у тебя? Да. Ты подожди, Максим, пахнет... А как ты у меня своровал вообще абсолютно все, что ли? Да как я у тебя своровал? Там, я тебе так скажу, во-первых, почему неэффективен динамит? Потому что, типа, понял, он взрывает где-то 80% всех алмазов, которые выпадают. Он просто открывает большое количество пространства, и можно добывать только алмазы, без земли, понимаешь? Понимаешь. Вот, именно поэтому нужны вот эти вот динамитики там. Не для того, чтобы получить огромное количество руды. У нас с тобой остается, Максим, 2 минутки, вот, и мы будем заканчивать на сегодня, выключать общение. Вот, ага. Я пока что в этом в кратере, кстати, сижу. На моем канале Бэтварсик с тобой крутой вышел тоже. Да-да-да, он тебе когда? Завтра выйдет, все правильно? Да-да-да. Нужно перейти на канал Максима Топовского и посмотреть ролик со мной. Причем он там не один, там очень много Бэтварсиков со мной. Там прям, там можно отдельный плейлист, мне кажется, создавать уже, как бы. Крутой украинец и Максим Топовский в Бэтварс. Такой плейлист я и создам. Я, знаешь, как бы президент моей страны должен мне как бы очень много денег за то, что я пиарю свое гражданство. Ну и мне получается на канальчике-то на моем. Ну да, слушай, но я думаю, мы созвонимся с ним, обкашляем этот вопросик. Я думаю, он будет не против. Он такой, как бы. Он такой сговорчивый мужичок, как бы. Давай. Я как-то ему позвонил, как бы мне нужно было 5 гривен на метро. Я ему позвонил, он говорит: да, сейчас секунду отправлю. Именно столько гривен тебе и надо было на метро. Ну там, правда, не 5, а 5 миллионов гривен на метро. Сколько? А, ты свое метро купил прям, да? Да, киевское метро принадлежит мне полностью, как бы. Оу, май гад. Поэтому у меня бизнес, как бы, у меня 3 детей, жена дети. Давно не общались. Ну сколько, слушай, да, недельку не говорили, я уже метро купил. Ну, люди крутятся, люди хоботятся, Максим. А ты, слушай, не хочешь поужинать сегодня? Хочу. Ну давай, вам куда пойдем? Ну не знаю, я не знаю, ты же в Питере живешь, я не знаю, где в Питере можно сходить. Ты говорил, там хороший ресторан есть, какая-то там, что-то, приборы какие-то. Чё? Ну, вилки какие-то, ножи какие-то. Не говори мне такой фигни. Нет, ты говорил, вилка, ложка или что-то такое. Какая вилка, ложка? Ну, ресторан какой-то, ты говорил, есть такой, тебе понравился. Вилка, ложка, это вообще забегаловка такая есть. А, да, ты что-то говорил в каком-то ролике моем, что типа, вот, я был в ресторане, вилка, ложка. Нет, брат, такого. Ну, я был в таком, это не ресторан, как кафе, так понимаю. Ну, не знаю, ты сказал, что ты там всю ночь провел тогда. Ты прям, это ролик на канале у меня есть. Не было такого, впервые слышу. Блин, я сейчас найду этот ролик, с тобой за кадром покажу, тебе серьезно говорю. Сейчас найду его. Кстати, Максим, у нас с тобой через 15 секунд заканчивается время, так что ты это, будь осторожнее, дружочек, будь осторожнее, пирожочек. Хорошо, поднимайся давай. Потихонечку наверх, я уже, в принципе, выкопался. 5, 4, 3... 2, 1, все, стой, все, я больше не копаю, я поднимаюсь наверх, вылазь, давай. Я пока что продаю здесь все, так, я опять не могу открыть торговца, Максим, это давай. Редкое говно, я не могу открыть торговца. Ну, блин, ну сейчас я ТП сделаю к тебе. Давай, тогда. телепортируйся, я надеюсь, что у тебя это получится его открыть. Но он у тебя скопирован, если что-то его поставить еще раз сможешь, правильно? Да, работает у меня. Так, слушай, поставь мне, пожалуйста, этого товарища моего. О, господи, так меня это, вот это так меня такое раздражает, такие вещи. Вот, возьми, пожалуйста, топор, Максим, возьми. Давай, я тебе скинул топорик, вот, возьми, поставь мне вот тут брата моего, братишку, братулечка. Давай, во, по кайфу, все, я продаю всю земельку. И того, Максим, сколько у тебя? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А у меня 8 стаков и 29.
А у тебя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 стаков и 62. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стаков и 29. Я 2 просто забыл выложить. А-а-а, ну конечно, конечно. Вот, да, у меня реально. А, плюс 2 алмазика ты имеешь в виду? Да, ну типа у меня стаков. Я понял, ну у тебя 8 стаков ровно, у меня 8 стаков и 29. Ну смотри, Максим, то есть ты победил в битве дешевых лопат, а я победил в битве дорогих лопат. То есть у нас сегодня с тобой по факту, хоть и соревнований у нас с тобой не было, но сегодня победила дружба. Вот такой вот, ребята, интересный ролик получился. Вот, дружба с Максимом Топовским есть также на его канале. Обязательно переходите и смотрите. На мой канал не забывайте подписываться, ребятки, ставить лайки, мне кажется, и нажимать на колокольчик. Да, блин, я опаздываю, ребята, я опаздываю на работу в деревенские грядки, поэтому нужно скорее бежать. Опа-на. Опа, стояночка, Пиксель, а я тебя тут уже минут 20 жду. Ты чего на работу-то опаздываешь? Хочешь, чтобы я мэру все рассказал? Не надо никому рассказывать, ты меня так напугать вообще-то мог. А если бы я тебе мотыгой в глаз ударил, что бы ты сделал? Ладно, давай ты, в общем-то, подойдешь. Я тут принес тебе интересные, как бы, материалы для твоих роликов. Знаю, подписчики меня частенько ждут на твоем канале. Да ты и сам не прочь, так сказать, на меня посмотреть. Поэтому приходи после работы, только давай побыстрее. Мэр, если заметит, голову тебе оторвет, дружочек. Слушай, да-да-да-да, это правильно. В общем-то, ребят, блин, вот это уже интересное начало дня. Я только хотел вам сказать о том, что сегодня, не знаю, чем себе занять, и, скорее всего, съезжу в деревню какому-нибудь своему другу для того, чтобы, ребята, как бы найти контент для сегодняшнего ролика, чтобы ролик, ребята, был интересный и насыщенный. Только я хотел это сказать, ребятки, и тут появляется житель-продавец. Ладно, значит, съезжу к своим друзьям в следующий день, ребята. Хотите ролик с друзьями? Обязательно ставьте лайк, ребята, и пишите комментарий, какого друга больше всего вы ждете на канале. Вот, в общем-то, будет интересно почитать, ребята. Я думаю, что обязательно с каждым из своих друзей рано или поздно, ребята, я думаю, что совсем скоро будут выходить интересные, ребята, ролики. Я подготовил для вас один такой крутой ролик. Вы просто офигеете, ребята. Это, наверное, будет один из самых крутых роликов на моем канале. Это будет прямо просто пушка, ребята. Обещаю вам. Набирайте лайки, он выйдет гораздо быстрее. Вот прям не буду вам ничего говорить больше, ребята. Просто знайте, что когда вы это увидите, вы просто схватитесь за голову, такие: вау! Это будет, ребята, реально лучший день на канале. Вы возьмете кучу вкусняшек, ребята. Все узнаете, следите за каналом обязательно. Прямо сейчас я быстренько отношу свои плоды на склад и пойду, ребята, возьму деньги. Потому что, если вы вдруг не знаете, что это за продавец, он постоянно приносит мне интересные книжки, такие мини-квест-задания, ребята, в которых я постоянно окупаюсь в большинстве своем, нахожу всякие интересные штуки. Он, ребята, мне один раз приносил люки, двери, бункеры, ребята. Ребята, что он сейчас принес, я пока что не знаю, но деньги я возьму абсолютно, ребята, все, которые у меня здесь лежат. Так, забираем абсолютно все свои сбережения. Замечательно. И побежали, ребятки, сразу к нему. Побежали. Опа-на. А вот он, ребята, и люк. Ладно, один люк я уже нашел. Видимо, ребята, сегодня ролик будет про люки, потому что этого люка там ранее не было. Ну или это просто канализация под кузницей компота. Но мне кажется, ребята, что это все-таки будут люки. Итак, давайте проверим. И да, люки. Люки сегодня будут снова люки. Но посмотрите, ребята, здесь 4 книжки. Люк за 1 доллар, конечно же, покупаем. Люк за 1000 долларов и люк за 10 тысяч долларов. Интересно, спасибо, дружочек, спасибо, пирожочек. И знаете, ребята, как бы, судя по всему, люк за 1 доллар, мне кажется, что это вот этот, потому что он не замаскирован. И, в принципе, давайте проверим. Я спрятал этот люк за кузницей, удачи. Ну, в принципе, да, люк за кузницей, давайте спустимся и сразу же посмотрим, что у нас тут есть. И какая-то необычная, ребята, комната из какой-то... Что это за земля у нас? Земляные кирпичи, блин, такого раньше не видел. Здесь у нас вот такой вот, как бы, можно сказать, кухонька, шваброчка стоит. Знаете, для 1 доллара, ребята, да это офигеть. Это должно стоить, как минимум, мне кажется, ну вот, ну, минимум долларов 300, правда вам скажу. Можете написать цену для каждого бункера в комментариях, можете параллельно писать, а потом отправлять комментарии, не отправлять, ребята, дело ваше, просто делать, ребята, ну, не то чтобы ставки, а свое мнение. Ну, этот бункер не стоит, ну, точнее, не бункер даже, что это? Тут даже туалет есть, ребята, человеческий. Этот люк не стоит 1 доллар, он реально офигенный, ребята. Здесь есть все удобства, вот здесь вот можно поставить какую-нибудь спаленку, хранилище, сундучки завести. Здесь, ребята, кухонька, даже вода. Да, есть ножи, все тут тумбочки. Так, тумбочки пустые, тумбочки, к сожалению, пустые, даже не открываются. Столик, где можно покушать, ребята, шваброчка для того, чтобы убирать земляные кирпичи. И туалет, ребята, на который даже можно сесть. И смыв у него не работает, ребята. Но, опять же, что вы хотели за 1 доллар? Ладненько, давайте отсюда вылазим, выползаем, ребятки. Так. Блин, ну вот это на самом деле неудобно, потому что, ребята, все сделано криво. Как бы, ну, люк за 1 доллар, сами должны понимать, что здесь все будет сделать не очень удобно, ребята. Все будет, так сказать, немножко
через одно место. Знаете, на самом деле, я лучше включу, ребята, креатив, вылечу, просто для удобства, потому что вот таким вот образом это будет неудобно. Люк за $1, выбрасываем туда книжечку, люк за $1000. Хочешь найти этот люк, иди в лес. Блин, а в какой лес мне идти? В этот, что ли? Мне идти в этот лес? Серьезно? Так это же огромный лес, посмотрите. Что туда лес? Он не утащил. Опа! А вот он, посмотрите-ка, как я сразу не заметил этих деревьев, ребят, вот этого 1, 2, 3 и вот этих 4 деревьев, в общем-то, здесь обычно нет, он его вот так вот замаскировал, и здесь вот такой вот алмазный, ребята, окантовочка, выглядит круто, реально прикольно, давайте спускаемся и посмотрим, ну, здесь уже действительно все посолиднее, ребята, опа, уже и машины такие побогаче стоят, Rolls-Royce-ики припарковали, как он сюда, ребята, их завозил, я на самом деле не понимаю, для меня до сих пор загадка, как в торговых центрах помещаются вот эти автомобили, точнее, не то, чтобы как они туда помещаются, а как их туда помещают? Это действительно для меня до сих пор загадка. Если кто знает, пишите в комментариях. Здесь у нас алмазные двери, ребята. Офигеть, сундук с оружием. Еще один сундук с оружием. Еще один. Сундук с гранатами. Здесь уже, видимо, пустые, ребята, штучки для того, чтобы что-то еще хранить. Еще оружие, еще оружие, еще оружие. Офигеть! Ребята, это не стоит $1000. Это гораздо, гораздо круче. Полностью самое топовое, ребята, оружие, чтобы вы понимали, это Скар. У него колоссальный урон. Те, кто играли там во всякие Фортнайты, PUBG и так далее, я думаю, что вы знаете, ребята, что Скар это просто пушка. Да и в обычные шутеры, я думаю, если вы тоже играли, знаете, что это за оружие. Но, блин, это реально не стоит $1000. Он как-то слишком сильно расщедрился. И здесь у нас, ребята, тоже санузел. Тут у нас есть ванночка. Ванночка, прикольно, прикольно, прикольно. Туалетик уже более, ребята, современный. И раковина, где можно как бы водичкой воспользоваться. Отлично, отлично, интересно, круто. Реально круто. Я бы этот бункер, ребята, оценил, ну, $1008. Ну, даже 10, возможно. Мне просто интересно, если вот это стоит 1000, что мы увидим вместе с вами прямо сейчас за 10 тысяч. И, ребята, прямо сейчас, я попрошу вас еще об этом в конце, попрошу прямо сейчас, ну, как бы в этом моменте. Это правда для меня очень важно. Я вас очень прошу подписаться на канал и нажать на колокольчик. Это правда очень важно. YouTube в последнее время действительно не отправляет уведомления моим подписчикам о новых роликах, за счет чего, ребята, лайков набирается не так много, просмотров тоже, и мне куча людей пишут ВКонтакте, в комментариях, что «Пиксель, как так? Почему уведомление пришло так поздно?» Потому что, ребята, скорее всего, у вас не стоит колокольчик. А если и стоит, ребята, правда, вот это очень важная вставка в ролик. Ролики на канале Пиксель выходят каждый день в 17:00 по московскому времени. Если вы хотите смотреть новые ролики, ребята, и они вам нравятся, они вам интересны, просто заходите каждый день в 17 по Москве и смотрите новый крутой ролик. А я тем временем открываю люк за 10 тысяч и... Чего? Написано просто «Поляна из маков». Так, телефон выбрасываем. «Поляна из маков». «Поляна из маков». Вот это «Поляна из маков»? Это «Поляна из маков» или что? Или вот это «Поляна из маков»? Стойте, стоп. Это, ребята, не прикольно. Так, давайте сейчас мы возьмем с вами динамит X5 и будем сейчас каждую поляну из маков вот таким вот образом расчищать. Так, полетел динамитик. Так, отличненько. Это, на самом деле, странный поиск люков, ребята, но по-другому, в принципе, никак, потому что поляна из маков здесь несколько. Вот еще поляна из маков. Опа, попалась. Попался лючок, попался. Хорошо спрятал его. Его реально не было видно, ребята. Реально не было видно. Офигенно, офигенно спрятан. Так, давайте спускаемся. И здесь все какое-то слишком радужное. Блин, ребята, слишком радужные. Прям глаза выедает, да? Прям посмотрите, максимальная концентрация дорогих блоков, ребята. Мне кажется, тут еще и вода течет. Кто-то очень некрасиво, ребята, это все дело построил. Мне реально не нравится, выедает глаза. Я быстро пробегусь, ребята, просто вам покажу. И машины здесь какие-то дешманские. Мне кажется, это какой-то троллинг. Да, здесь, ребята, есть рабочее место, бассейн даже есть. Но все из радужных блоков. Я хочу поскорее отсюда выбраться, потому что выглядит это правда некрасиво. Много пустого пространства, ребята. Какой-то непонятный бассейн, даже без подсветки. Внизу вообще камень, халтура какая-то. Просто, ребята, откровенная халтура. И я вам честно скажу, даже бункер за $1 понравился мне больше, чем вот это. Он какой-то, знаете, неуютный. Это даже, ну, это не бункер, конечно, люк, но вы понимаете, ребята, вы понимаете, о чем я. Ну, халтура какая-то, реально, мне такое не нравится. Я реально расстроился, ребята, я ожидал чего-то большего. За такие деньжищи, ну, объективно, 10 тысяч долларов. Вы просто вдумайтесь в эту сумму, ребята. $10 000 я потратил на этот бункер, причем деньги были взяты не с креатива. Я их просто не так давно, ребята, изумруды все поменял, потому что наша деревня готовится к денежной интеграции уже совсем скоро, ребята, добавят банкоматы и так далее и тому подобное. Если хотите видеть ролик о том, как обновляется деревня, обязательно ставьте лайк. Если мы под этим видео, ребята, наберем 18 тысяч лайков, я выпущу ролик, где буду помогать мэру адаптировать нашу деревню под современность, ребята, потому что деревня действительно давно не обновлялась, и мне кажется, что, ребята,
летом. Мне кажется, нужно внести какую-то новую изюминку в нашу деревню жителей. Можете писать свои идеи в комментариях. А на этом я ролик буду потихоньку заканчивать. Пишите прямо сейчас, пожалуйста, свои идеи о том, как можно улучшить мою деревню жителей номер 13. А также, ребята, какой бункер вам понравился больше всего? За $1, то есть вот этот вот из земли, за $1000, вот там вот из алмазов, или за 10 тысяч вот этот радужный. Честно скажу, больше всего мне понравился из алмазов, ребята, потому что он такой, как надо, ребята. Ресурс есть, алмазы есть, он спрятан, все хорошо. Чуть-чуть его доделать, и будет просто пушка, ребята. Но вот за 10 тысяч меня очень сильно расстроил. На этом я ролик заканчиваю. Еще раз всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, ребята, подписываться и нажимать на колокольчик для того, чтобы получать уведомления от багованного Ютуба. Нажимайте на лайк, и всем большое спасибо за просмотр. Еще раз удачи, ребята, и пока-пока-пока.